Литературная передача «Продолжение следует». Алексей Баталов читает страницы повести Джека Лондона «Зов предков». Часть первая. Читал газет и потому не знал, что надвигается беда. И не на него одного, а на всех собак с сильными мышцами и длинной теплой шерстью. И все от того, что люди, ощупью пробираясь сквозь полярный мрак, нашли желтый металл, а пароходные и транспортные компании раструбили повсюду об этой находке. И тогда тысячные толпы ринулись на север. Этим людям нужны были собаки крупной породы, сильные, годные для тяжелой работы с густой и длинной шерстью, которая защищает от морозов. Бек жил в большом доме в солнечной долине Санта-Клара. Место это люди называли усадьбой судьи Миллера. Здесь он родился. Здесь прожил 4 года своей жизни. Вся усадьба была в его распоряжении. Он плавал в бассейне и ходил на охоту с сыновьями судьи. Он сопровождал его дочерей, когда они в сумерки или ранним утром отправлялись на прогулку. В зимние вечера он лежал у ног судьи перед пылающим камином в библиотеке. Он катал на спине внучат судьи или кувыркался с ними в траве и оберегал их во время смелых и чреватых опасностями вылазок до самого фонтана на заднем дворе, или даже еще дальше, туда, где начинался выгон и ягодники. Отец Бека, Элмо, огромный Сан-Бернар, был когда-то неразлучным спутником судьи, и Бек обещал стать достойным преемником отца. Он был не такой громадный, как тот, весил только 140 фунтов, потому что его мать, Шеп, была шотландская овчарка. 4 года с самого раннего щенячьего возраста Бек вел жизнь присыщенного аристократа, был преисполнен гордости и даже несколько эгоцентричен, как это иногда бывает со знатными господами, живущими в своих поместьях уединенно, вдали от света. Но Бека спасало то, что он не стал избалованной комнатной собакой. Охота и тому подобные развлечения на свежем воздухе не давали ему разжиреть, укрепляли мускулы. А купание в холодной воде закаляло его и сохраняло здоровье. Так жил пес Бек до той осени 1897 года, когда открытие золота в Колондайке привлекло на холодный север людей со всех концов света. Бек ничего об этом не знал. Не знал он также, что дружба с Мануэлем, одним из подручных садовника, не сулит ему ничего доброго. Мануэль пристрастился к китайской лотерее, но чтобы играть, нужны деньги, а жалование младшего садовника едва хватало на нужды его жены и многочисленного потомства. В памятный день предательства Мануэля судья Миллер уехал на собрание общества виноделов, а мальчики были заняты устройством спортивного клуба, поэтому никто не видел, как Мануэль и Бек прошли через сад, отправляясь, как думал Бек, на обыкновенную прогулку. Никто не видел, как они пришли на маленький полустанок, колледж-парк, где поезд останавливался по требованию. Какой-то человек потолковал о чем-то с Мануэлем. Потом зазвенели деньги, переданные из рук в руки. «Ты что же это, доставляешь товар без упаковки?» — ворчливо заметил незнакомец. И Мануэль обвязал шею Бека под ошейником, сложенной вдвое толстой веревкой. «Затянешь покрепче, так, чтобы у него дух перехватило.
Тогда не вырвется, сказал Мануэль. А тот чужой в ответ что-то утвердительно промычал. Бек со спокойным достоинством позволил надеть себе на шею веревку. Правда, это было для него ново, но он привык доверять знакомым людям, признавая, что они умнее его. Однако, когда концы веревки оказались в руках чужого, он угрожающе заворчал. К его удивлению, веревку вдруг стянули так туго, что он чуть не задохнулся. В мгновенном порыве бешенства он кинулся на обидчика, но тот опередил его, крепко сжал ему горло и ловким движением опрокинул на спину. Веревка безжалостно душила Бека, но он, высунув язык, тяжело и шумно дыша всей могучей грудью, отчаянно боролся с человеком. Никогда еще никто так грубо не обращался с ним, и никогда в жизни он не был так разгневан. Однако силы скоро ему изменили. Глаза остекленели, и он уже ничего не сознавал, когда подошел поезд, и двое мужчин швырнули его в товарный вагон. Очнувшись, он прежде всего смутно почувствовал боль в языке. Затем, ощутив тряску и услышав хриплый вой паровоза на переезде, Бек понял, где находится. Он так часто путешествовал с судьей, что не мог не узнать ощущений, связанных с ездой в багажном вагоне. Он открыл глаза. В них пылал неукротимый гнев пленного короля. Похититель хотел схватить его за горло, но Бек на этот раз оказался проворнее. Он вцепился с зубами ему в руку, и челюсти его не размыкались, пока он опять не лишился чувств, придушенной веревкой. «Припадочный он», — пояснил человек, пряча свою окровавленную руку от проводника, который заглянул в вагон, услышав шум борьбы. Хозяин приказал мне вести его в Фриско. Там есть какой-то первоклассный собачий доктор, который берется его вылечить. Позднее в задней комнатке портового кабака в Сан-Франциско похититель Бека жаловался. «И всего-то навсего я получаю за это полсотни. Знал бы, так и за 1000 наличными не взялся бы». Рука у него была обернута пропитанным кровью носовым платком, а правая штанина разодрана от колена до самого низа. И здесь, ошеломленный, полузадушенный, страдая от нестерпимой боли в горле, Бек все-таки пытался дать отпор своим мучителям. Но его каждый раз валили на пол и душили веревкой, пока не удалось распилить и снять с него массивный медный ошейник судьи Миллера. После этого они сняли и веревку, и втолкнули Бека в решетчатый ящик, похожий на клетку. В этой клетке он пролежал всю томительную ночь, распираемый гневом и оскорбленной гордостью. Он не мог понять, что все это значит, что им от него надо, этим чужим людям, зачем они заперли его в тесную клетку. Бек недоумевал. Его угнетало смутное предчувствие грозящей ему беды. Несколько раз он вскакивал, услышав грохот открываемой двери. Он надеялся, что это пришел судья или хотя бы мальчики. Но всякий раз видел перед собой только опухшую физиономию кабачика, который заглядывал в сарай, освещая его неверным огоньком сальной свечи. И радостный лай, уже рвавшийся из груди Бека, переходил в свирепое рычание. Впрочем, кабачик его не трогал. И только утром пришли четверо мужчин и подняли ящик. И вот Бек в своей клетке начал переходить из рук в руки. Сначала им занялись служащие транспортной конторы, его погрузили в другой фургон и повезли дальше. Затем вместе с целой грудой ящиков и посылок отправили на паром. С паром он попал на большой железнодорожный вокзал, и, наконец, его опять водворили в товарный вагон. 2 дня и 2 ночи вагон тащился,
за пронзительно гудевшим паровозом. И 2 дня и 2 ночи Бек ничего не ел и не пил. Взбешенный, он на заботы проводников отвечал рычанием, и те в отместку стали мучить его. Голод еще можно было терпеть, но он жестоко страдал от жажды. Одно его радовало. На его шее больше не было веревки. Пока она была, это давало его врагам немалое преимущество. Ну а теперь, когда ее нет, он им покажет. Больше им не удастся надеть на него веревку. Это он решил твердо. За эти 2 суток мучений в нем накопилось столько злобы, что незавидная участь ожидала того, кто первый его заденет. Глаза у Бека были налиты кровью. Он превратился в настоящего дьявола. Сейчас сам судья не узнал бы его. Так он переменился за эти дни. И проводники вздохнули с облегчением, когда, наконец, избавились от него, выгрузив его в Сиэтле. 4 носильщика со всякими предосторожностями перенесли ящик с Беком из фургона на дворик, окруженный высоким забором. Навстречу вышел плотный мужчина в красном вязаном свитере с сильно растянутым воротом и, взяв у возчика книгу, расписался в получении. Бек свирепо кинулся к решетке. Человек в свитере, мрачно усмехнувшись, вошел в дом и принес оттуда топор и дубинку. «Неужто вы хотите его выпустить?» — удивился возчик. «Конечно», — ответил человек в свитере и вогнал топор в стенку ящика. Все 4 носильщика моментально бросились в рассыпную. Они заняли безопасные позиции на высоком заборе в ожидании предстоящего интересного зрелища. Бек бросался на трещавшую под топором стенку, грыз ее зубами, налегал на нее всем телом, воюя с нею. Где топор ударял снаружи, там пес то рыча, то воя атаковал дерево изнутри. Он делал бешеные усилия поскорее выбраться из клетки. А человек в красном свитере был полон спокойной решимости выпустить его оттуда. Когда отверстие расширилось настолько, что Бек мог протиснуться в него, человек в красном свитере сказал: «Ну, красноглазый дьявол!» и, бросив топор, взял в правую руку дубину. Бек в этот миг действительно был страшен, как дьявол. Он весь ощетинился и подобрался для прыжка. В налитых кровью глазах был безумный блеск. Изо рта бежала пена. С яростью, дошедшей до предела от того, что столько времени приходилось ее сдерживать, он взвился в воздух и хотел мертвой хваткой вцепиться в своего врага. Но в это мгновение получил такой удар, который на лету отбросил его назад. Щелкнув зубами от мучительной боли, Бек перевернулся в воздухе и упал, ударившись о землю боком и спиной. С рычанием, в котором слышался жалобный визг, он вскочил и опять кинулся на обидчика. Но снова удар свалил его. 10 раз он бросался, и всякий раз дубинка останавливала его на лету и валила наземь. После одного особенно жестокого удара Бек еле поднялся. Он был так ошеломлен, что не мог больше бороться. Он шатался. Из носа, пасти, ушей текла кровь. Его красивая шерсть была испачкана кровавой слюной. Еще раз прыгнул Бек на человека. Но тот нанес ему сокрушительный удар, который умышленно приберег напоследок. Бек свалился, совершенно разбитый и оглушенный. «Вот, молодчина!» — в восторге крикнул один из зрителей на заборе. «Этот любого пса усмирит!» «По-моему, безопаснее каждый день, а по воскресеньям и 2 раза взламывать кассы, чем иметь дело с этим псом!» — заметил возчик, взбираясь на козлы и хлестнул лошадей. К Беку вернулось сознание. Совсем обессилев, он лежал на том же месте, где упал, и следил глазами за человеком в красном свитере.
отзывается на кличку Бек, вслух сказал тот, читая письмо кабачика из Сан-Франциско, извещавшее об отправке ящика с живым грузом. Но, Бек, голубчик, продолжал он, пошумели мы с тобой, погорячились. А теперь лучше всего забудем об этом. Будешь послушной собакой, и все пойдет как по маслу. А вздумаешь буянить, я из тебя дух вышибу. Понял? Говоря это, он бесстрашно гладил голову, которую только что так беспощадно молотил, и Бек невольно ощетинивался при каждом его прикосновении, но терпел, не протестуя. Человек в свитере принес ему воды, и он жадно напился, а потом с такой же жадностью глотал роскошное угощение, сырое мясо, хватая его кусок за куском из рук нового хозяина. Бек был побежден. Он это понимал, но не сломлен. Он понял раз навсегда, что человек, вооруженный дубиной, сильнее его, и полученный урок запомнил на всю жизнь. Эта дубина была для него откровением. Она ввела его в мир, где царит первобытный закон. И Бек быстро усвоил этот закон. Ему открылась жестокая правда жизни, но она его не испугала. В нем уже пробуждалась природная звериная хитрость. Время шло. Привозили других собак в таких же ящиках или приводили на веревке. Одни были очень послушные и тихие, другие бесновались и выли, как Бек. Человек в красном свитере укрощал всех до единой, подчиняя их своей власти. Бек наблюдал эту зверскую муштровку, и все крепче и крепче внедрялась в его сознание открытая им истина. Человек с дубиной – законодатель, хозяин, которому нужно повиноваться, хотя и не обязательно его любить. Время от времени приходили чужие люди, толковали о чем-то с хозяином сердито или заискивающе, и когда после таких разговоров из их рук в руки хозяина переходили деньги, эти люди – уводили с собой одну или несколько собак. Бек задавал себе вопрос, куда же они уходят, если они никогда больше не возвращаются? Будущее так сильно страшило его, что он каждый раз радовался, когда покупатели выбирали не его. Но, в конце концов, наступил и его черед. Пугавшее его будущее явилось в лице высохшего, морщинистого человека, который говорил на ломаном английском языке. «Черт побери!» — крикнул он, когда взгляд его упал на Бека. «Вот это пес! Первоклассный пес! А сколько?» «Всего 300, просто даром отдаю», — быстро ответил человек в красном свитере. «Не станешь же ты торговаться, Перо? Деньги ведь не твои, а казенные». Перо только ухмыльнулся. Ввиду необычайного спроса на собак, цены на них были бешеные, так что сумма, запрошенная за такую великолепную собаку, как Бек, не показалась ему чрезмерной. Канадское правительство не разорится на этой покупке, а его почта должна перевозиться быстро. Перо знал толк в собаках и с одного взгляда определил, что такие собаки, как Бек, встречаются одна на 1000, даже одна на 10 000. Мысленно поправил он себя. Бек видел, как деньги перешли из рук в руки, и не удивился, когда морщинистый человек забрал с собой его и добродушную Кэрли. Больше Бек никогда не видел человека в красном свитере. А когда он и Кэрли смотрели с палубы парохода «Нарвал» на исчезавший вдали Сиэтл, они не знали, что больше никогда не увидят теплый юг. Перо увел их обоих вниз и передал темнокожему великану, которого звали Франсуа. У Перо, канадского француза, кожа была смуглая, но у Франсуа вдвое темнее, потому что Франсуа был метис. Бек впервые видел людей этой породы.
Впоследствии ему пришлось встречать много таких, и хотя он не полюбил их, но научился их уважать. Он скоро убедился, что Перо и Франсуа люди справедливые и спокойные, что наказывают они только за дело, без всякого пристрастия, и отлично знают все собачьи повадки. На пароходе Бека и Керли поместили вместе с двумя другими собаками. Одна была большая, снежно-белая. Ее вез с острова Шпицбергена капитан китобойного судна, и позднее она сопровождала геологическую экспедицию в бесплодную землю. Это был пес очень ласковый, но коварный. Он способен был ластиться и в то же время готовить другому какую-нибудь пакость. Так он при первой же общей кормежке стянул у Бека часть его порции. Бек кинулся на него, но Франсуа опередил его. Бич свистнул в воздухе и обрушился на вора. И с этих пор Бек проникся уважением к метису. Дни и ночи пароход дрожал, сотрясаемый, неутомимый и ритмичный, как пульс работы винта. Один день был похож на другой, но Бек замечал, что становится все холоднее. Наконец, однажды утром стук винта затих, и на Нарвале поднялась суета. Бек, как и другие собаки, почуял царившее вокруг волнение и понял, что предстоит какая-то перемена. Франсуа взял их всех на сворку и вывел на палубу. Ступив на ее холодную поверхность, Бек почувствовал, что его лапы погрузились в какую-то кашу, очень похожую на белую грязь. Он зафыркал и отскочил назад. Такая же белая каша падала сверху. Бек отряхнулся, но она все сыпалась и сыпалась на него. Он с любопытством понюхал ее. Потом лизнул языком. Она обжигала, как огонь, и сразу исчезала на языке. Это поразило Бека. Он лизнул опять. Вокруг загоготали, и ему почему-то стало стыдно, хотя он не понимал, над чем это люди смеются. Так Бек впервые увидел снег. Так окончилось его блаженное и ленивое существование под солнцем юга. Часть вторая. Мы расстались с Беком, когда, преданный садовником, он был продан почтовому курьеру Перо. И погонщик Франсуа посадил Бека вместе с другими собаками в трюм парохода, который отправлялся на север. Вспомнили? Ну, слушайте. Первый день на берегу в Дае показался Беку жутким кошмаром. Здесь беспрестанно что-нибудь поражало и пугало. Его внезапно из центра цивилизации перебросили в какой-то первобытный мир. Окончилось его блаженное и ленивое существование под солнцем юга, где он только слонялся без дела и скучал. Здесь не было ни отдыха, ни покоя, и ни на миг Бек не чувствовал себя в безопасности. Здесь все было в движении, в действии, царила вечная сумятица, и каждая минута грозила увечьем или смертью. В этом новом мире следовало постоянно быть начеку, потому что и собаки, и люди совсем не были похожи на городских собак и людей. Они не знали других законов, кроме закона дубины и клыка. Никогда раньше Бек не видел, чтобы собаки дрались между собой так, как здешние. Это были настоящие волки. И первый же опыт послужил Беку
незабываемым уроком. Правда, в первой драке он не участвовал. Он не вышел бы из нее живым, и не пришлось бы ему воспользоваться этим уроком. Жертвой пал не он, а Кэрли. Днем Перо и Франсуа оставили их возле бревенчатой хижины, где помещалась лавка. Кэрли добродушно, как всегда, стала заигрывать с рослым и сильным псом, который был величиной с крупного волка, но все же вдвое меньше Кэрли. И вдруг, без всякого предупреждения, быстрый, как молния, скачок, щелканье зубов, похожий на лязг железа, столь же быстрый обратный прыжок, и морда у Кэрли оказалась разодранной от глаз до пасти. Такая была у этих собак волчья повадка — напасть и сразу же отскочить. Но этим дело не кончилось. Тотчас примчались 30, а то и 40 лаек и окружили дерущихся безмолвным и настороженным кольцом. Бэк сперва не понял, чего они с таким безмолвным напряжением ждут, почему так жадно облизываются. Кэрли бросилась на своего противника. Ее наскок он встретил грудью и так ловко отразил его, что Кэрли не устояла на ногах. Только того и ждали, наблюдавшие за дракой собаки. Подняться Кэрли уже не удалось. С визгом и рыканьем они сгрудились вокруг нее, и, скуляв предсмертной муки, Кэрли исчезла под кучей мохнатых тел. Все это произошло так внезапно, так неожиданно, что Бэк совершенно растерялся. Он видел, как шпицбергенский пес высунул красный язык. Это он так смеялся. Видел, как Франсуа, размахивая топором, бросился в самую гущу свалки. Видел, как трое мужчин, схватив дубины, быстро помогали ему разогнать собак. Через 2 минуты после того, как Кэрли упала, последний из нападавших был отогнан прочь. Но Кэрли лежала на залитом кровью и стоптанном снегу мертвая, разорванная чуть не в клочья. Эта картина часто потом вспоминалась Беку и тревожила его даже во сне. Так вот какова жизнь. Кто свалится, тому конец. Значит, надо держаться крепко. Бек повернулся и увидел шпица. Тот снова высунул язык и засмеялся. И с этой минуты Бек возненавидел его жестокой, смертельной ненавистью. Не успел Бек опомниться после трагической гибели Кэрли, как Франсуа надел на него ременную упряжь, похожую на ту, которую в его родном поместье конюхи надевали на лошадей. И как там работали запряженные лошади, так ему пришлось работать здесь. Он повез Франсуа на нартах, в окружавший долину лес за дровами. То, что его заставили ходить в упряжке, больно ранило его самолюбие. Но у него хватило ума не бунтовать. Франсуа был строг, требовал, чтобы его слушались немедленно, и добивался этого при помощи своего бича. Кроме того, при всяком промахе Бека опытный коренник Дейв хватал его зубами за ляжки. Вожаком в их упряжке был шпиц, такой же опытный ездовой пес, как Дейв. И если ему не удавалось цапнуть Бека, когда тот сбивался с ноги, он сердито и укоризненно рычал на него или ловко направлял его куда следовало, налегая на постромки всей тяжестью своего тела. Беку учение давалось легко. Он делал поразительные успехи. «Все 3 собаки очень хороши», — сказал Франсуа по возвращении. «Этот Бек здорово работает. Я его очень скоро вышколю». Днем Перо, которому надо было спешно вести правительственную почту, привел еще 2 собак – Билли и Джо. Эти чистокровные лайки были от одной матери, но отличались друг от друга, как день от ночи. Бек встретил Билли и Джо по-товарищески. А шпиц немедленно атаковал одного, потом другого. Билли сначала примирительно завилял хвостом. Увидев, однако, что миролюбие тут не поможет, он хотел убежать, да не успел. Острые зубы шпица впились ему в бок. Зато Джо, с какой стороны шпиц не пытался на него напасть, всякий раз поворачивался к нему, весь ощетинившись и заложив назад уши. Он грозно рычал и с невероятной быстротой щелкал зубами, а глаза у него сверкали, как у дьявола. Это было воплощение враждебности и вместе с тем ужаса.
Ведь его был до того страшен, что шпицу пришлось отказаться от намерения проучить его. К вечеру Перо добыл себе еще одну ездовую собаку. Старую подержанную лайку с длинным и гибким телом. Морда у нее была вся в боевых шрамах и рубцах, и уцелел только один глаз. На этот единственный глаз сверкал дерзким, вызывающим мужеством, которое внушало всем невольное уважение. Кличка пса была Соликс, то есть Сердитый. Он, как и Дейв, ничего от других не требовал, ничего не ждал и никому спуска не давал. И когда он неторопливо и важно подошел к остальным, даже шпиц не посмел его задирать. У Соликса была только одна слабость, и Бек на свою беду первым открыл ее. Кривой пес не любил, чтобы к нему подходили со стороны слепого глаза. Именно такую неприятность причинил ему ничего не подозревавший Бек и догадался о своей неучтивости только тогда, когда Соликс, круто обернувшись, кинулся на него и прогрыз ему плечо на 3 дюйма до самой кости. После этого Бек никогда больше не подходил к Соликсу с запретной стороны, и Соликс его никогда больше не трогал. Новый знакомец, как и Дейв, видимо, желал только одного, чтобы его не беспокоили. Впрочем, Бек скоро убедился, что и тот, и другой одержимы еще одним более высоким стремлением. Первую же ночь перед Беком встал важный вопрос о ночлеге. Палатка, в которой горела свеча, так заманчиво светилась среди снежной равнины. Казалось вполне естественным, что его место там. Но когда он вошел, Перо и Франсуа встретили его ругательствами и швыряли в него всякой утварью до тех пор, пока он, очнувшись от растерянности, не убежал из палатки на мороз. Дул резкий ветер, Бек лег на снег и пытался уснуть, но скоро мороз поднял его на ноги. В безутешном отчаянии бродил он между палатками, ища себе местечко потеплее и не находя его. То здесь, то там свирепые псы набрасывались на него, но он, ощетинившись, грозно рычал на них. Этому тоже он быстро научился, и они оставляли его в покое. Наконец его осенило. Надо пойти обратно и посмотреть, где устроились на ночлег собаки из его упряжки. Но, к своему удивлению, он не нашел ни одной. Они куда-то исчезли. Опять Бек пошел бродить по обширному лагерю, ища их повсюду, но вернулся ни с чем. Уж не в палатке ли они? Нет, этого не может быть, ведь вот его Бека прогнали оттуда. Так куда же они девались? Весь дрожа, опустив хвост, он одиноко и бесцельно кружил около палатки. Вдруг снег под его передними лапами подался, и он чуть не провалился куда-то. Под ногами у него что-то зашевелилось. В страхе перед неведомым и невидимым Бек отбежал, ворча, шерсть у него встала дыбом. Но тихое, дружеское повизгивание быстро успокоило его, и он вернулся к тому же месту на разведку. Ноздрей его коснулась струя теплого воздуха. Уютно свернувшись клубочком, под снегом в яме лежал Билли. Он заискивающе тявкал, ерзал, вилял хвостом, доказывая этим свое доброе намерение и расположение к Беку. И чтобы его подкупить, рискнул даже лизнуть его в морду теплым и влажным языком. Еще один урок. Значит, вот как здесь спасаются от холода. Бек уже уверенно выбрал себе местечко и после долгой возни и больших усилий вырыл себе нору в снегу. Через минуту в яме стало тепло от его тела, и он уснул. После долгого трудного дня он спал крепко и сладко, хотя по временам ворчал и лаял во сне, мучимый дурными снами. Разбудил его только утром шум просыпающегося лагеря. В первую минуту он не мог понять, где он находится. Ночью шел снег и совершенно засыпал его в яме. Сплошная масса снега давила, напирала со всех сторон,
И на Бека вдруг напал страх. Страх дикого зверя перед западней. То было признаком, что в нем заговорили инстинкты далеких предков. Ибо этот цивилизованный, даже не в меру цивилизованный пес, в жизни своей не знал, что такое западня, и не должен был бы ее бояться. Но тут он увидел перед собой лагерь на белой равнине и сообразил, где он. Бек сразу вспомнил все, что с ним произошло с того дня, как он отправился на прогулку с Мануэлем, и до вчерашней ночи, когда он вырыл себе в снегу нору для ночевки. «Ну что я говорил?» — воскликнул Франсуа, обращаясь к Перро, когда Бек появился из-под снега. «Этот пес мигом всему выучится!» Перро с серьезным видом кивнул головой. Он был курьером канадского правительства, возил почту, важные бумаги, и ему нужны были самые лучшие собаки. Поэтому он был особенно доволен, что удалось купить такую собаку, как Бек. Не прошло и часа, как он купил еще 3 ездовых собак для своей упряжки, так что всего их теперь стало 9. А еще через 1/4 часа они уже были запряжены и мчались по снежной дороге к Дайскому каньону. Бек радовался перемене, и хотя работа была тяжелая, он не чувствовал к ней отвращения. Его сначала удивил азарт, который проявили все его товарищи. А всего удивительней была перемена, происшедшая с Дэйвом и Соликсом. Казалось, упряжь преобразила их. Это были сейчас совсем другие собаки. Вся вялость и невозмутимое равнодушие с них как рукой сняло. Откуда взялась прыть и энергия? Они из кожи лезли, стараясь, чтобы вся упряжка бежала хорошо, и бесновались, когда возникало замешательство среди собак. Казалось, труд этот был высшим выражением их существа. В нем была вся их жизнь и единственная радость. Дэйв был коренником, а впереди, между ним и Соликсом, впрягли Бека. Остальные собаки бежали перед ними гуськом, а во главе всех вожак Шпиц. Бека поместили между Дэйвом и Соликсом нарочно, для того, чтобы они обучали его. Он оказался способным учеником, а они хорошими учителями, которые сразу исправляли его промахи, добиваясь послушания при помощи своих острых зубов. Переход, который они сделали за первый день, оказался тяжелым. Они шли вверх по каньону, шли через ледники и снежные сугробы высотой в 100 футов, перевалили через великий Челкут, который тянется между солеными и пресными водами, и как грозный страж охраняет подступы к печальному пустынному северу. Они благополучно проделали весь путь по целой цепи замерзших озер в кратерах потухших вулканов и поздно ночью добрались до большого лагеря у озера Беннет, где 1000 золотоискателей строили лодки, готовясь к весеннему ледоходу. Тут Бек вырыл нору в снегу и уснул сном утомленного праведника. Но выспаться Беку не удалось. Его очень скоро извлекли из ямы и во мраке морозной ночи запрягли в нарты вместе с другими собаками. Дорога была укатана, и всего в тот день они прошли 40 миль. Зато на другой день и в течение еще многих дней они вынуждены были сами прокладывать себе тропу в снегу, сильно уставали и шли медленнее. Изо дня в день, казалось, им конца не будет этим дням, Бек шел в упряжке. Привал делали с наступлением темноты, и едва только небо начинало светлеть, нарты уже мчались дальше, оставляя позади милю за милей. И опять только вечером в темноте разбивали лагерь, собаки получали свою порцию рыбы и зарывались в снег. Дневной паек Бека состоял из 1,5 фунтов вяленой лососины, а ему этого хватало на один зуб. Он никогда не наедался досыта и постоянно испытывал муки голода. А между тем другие собаки, весившие меньше и больше приспособленные к такой жизни, получали только 1 фунт рыбы, но умудрялись как-то сохранять бодрость и силы. Бек очень скоро перестал привередничать, как когда-то дома на юге. У него была привычка есть не спеша, разборчиво, но он скоро заметил, что его товарищи, быстро покончив со своими порциями,
таскали у него недоеденные куски. Уберечь свой паёк ему не удавалось. В то время как он сражался с двумя или тремя ворами, его рыба исчезала в пасти других. Тогда он стал есть так же быстро, как они. И все же голод настолько мучил его, что он готов был унизиться до кражи. Приметив, что Пейк, один из новичков, хитрый притворщик и вор, ловко стащил ломтик грудинки у Перо, когда тот отвернулся, Бек на другой день проделал тот же маневр и, схватив весь кусок грудинки, удрал. Пока Бек оставался цивилизованной собакой, он готов был умереть во имя своих идей морального порядка, скажем, защищая хлыст для верховой езды, принадлежащий судье Миллеру. Теперь же готовность пренебречь этими идеями и спасать собственную шкуру показала, что он возвращается в первобытное состояние. Он развивался, или, вернее, дичал очень быстро. Мускулы у него стали крепкими, как железо, и он теперь был нечувствителен ко всякой обыкновенной боли. Есть он мог всякую пищу, хотя бы самую противную и неудобоваримую. У Бека было превосходное зрение и тонкое обоняние, а слух достиг такой остроты, что он даже во сне слышал самый тихий звук и распознавал, что этот звук возвещает спокойствие или опасность. Он научился выгрызать лед, намерзший у него между пальцами. И когда ему хотелось пить, а вода в водоеме была покрыта толстым слоем льда, он умел пробивать его своими сильными передними лапами. Но самой примечательной была способность Бека чуять ветер. Он предугадывал его направление за целую ночь вперед. И в совершенно тихие вечера он выкапывал себе нору под деревом или на берегу в таком месте, что если потом налетал ветер, его нора всегда оказывалась с подветренной стороны, и в ней было тепло и уютно. Все это Бек постигал не только опытом. В нем сколыхнулись давно заглохшие первобытные инстинкты. А то, что он унаследовал от многих поколений прирученных предков, наоборот, отмирало. Так, словно в доказательство того, что все мы марионетки в руках природы, древний зов предков постепенно возвращал его к истокам своего рода. А случилось это потому, что люди на севере нашли желтый металл. И еще потому, что подручный садовника Мануэль получал жалование, которого едва хватало на нужды жены и ватаги отпрысков. Первобытный зверь воскресал в Беке, и в жестоких условиях новой жизни он все более и более торжествовал над всем остальным. Часть третья. Оказавшись на севере, Бек понял, что тут повсюду царит закон дубины и клыка, что тут выживает только тот, кто может постоять за себя и противопоставить жестокости, хитрость и силу. Ну, слушайте. Первобытный зверь воскресал в Беке. В жестоких условиях новой жизни он все более и более торжествовал над всем остальным. Но пробудившаяся в Беке звериная хитрость
помогала ему сдерживать свои инстинкты. К тому же необходимость приспосабливаться к новой обстановке держала его в постоянном напряжении и требовала таких усилий, что он не только не бунтовал и не лез в драку, но по возможности избегал всяких стычек. А Шпиц, наоборот, не упускал случая показать зубы. Вероятно, потому, что он угадывал в Беке опасного соперника. Он из кожи лез, постоянно стараясь затеять драку, которая, несомненно, окончилась бы смертью одного из них. Однажды, уже к концу дня, нарты остановились на берегу озера Лебарш в незащищенной от ветра унылой местности. Метель, темнота и сильный ветер вынудили людей устроить привал. Трудно было выбрать место хуже. За ними стеной поднималась отвесная скала. Перо и Франсуа пришлось развести костер и разостлать свои спальные мешки прямо на льду озера. Бек вырыл себе нору под самой скалой, укрывшей его от ветра, и он очень неохотно вылез оттуда, когда Франсуа стал раздавать собакам рыбу, разогрев ее предварительно над огнем. Когда Бек, съев свою порцию, вернулся на старое место, оказалось, что оно занято. Угрожающее ворчание возвестило ему, что захватчик Шпиц. Бек избегал стычек со своим врагом, но тут он уже не выдержал. В нем заговорил зверь. Он кинулся на Шпица с яростью, неожиданной для них обоих, а в особенности для Шпица. Удивился и Франсуа, когда они, сцепившись, выкатились из разоренного логова. Но он сразу угадал причину ссоры. «Ага!» — закричал он Беку. «Так его! Задай ему хорошенько этому паршивому вору!» Шпиц выл от ярости и нетерпения, вертясь вокруг Бека и ожидая удобного момента для наскока. Бек был в таком же возбуждении, но тоже, соблюдая осторожность, описывал круги вокруг Шпица. И тут произошло нечто неожиданное, помешавшее этому бою за первенство. Лагерь внезапно ожил и закишел мохнатыми телами. Эта добрая сотня голодных собак, учуяв запах лагеря, примчалась сюда из ближайшей индейской деревни. В то время как Бек и Шпиц вступили в драку, эти непрошенные гости забрались в лагерь, и когда Перо и Франсуа прибежали с дубинами, разъяренные собаки кинулись на них. Запах еды доводил их до безумия. Перо, увидев, что один пес уже сунул морду в ящик с провизией, обрушил на его худые бока свою тяжелую дубину. Собаки выли и визжали под градом ударов, но продолжали яростно драться из-за добычи. Тем временем все собаки Перо в испуге вылезли из своих ям. Свирепые пришельцы немедленно напали на них. Никогда еще Бек не видел таких собак. Это были настоящие скелеты, обтянутые грязными шкурами. Глаза у них горели, с клыков текла пена. Обезумевшие от голода, они были страшны и неодолимы. На Бека напали сразу три чужих пса, и в один миг изгрызли ему плечи и морду. Бек вцепился в горло одному из противников, который с пеной у рта наскочил на него. Кровь хлынула и забрызгала его всего. Вкус теплой крови во рту еще сильнее разъярил Бека. Он кинулся на другую собаку, но в тот же миг почувствовал, что чьи-то зубы вонзились ему в шею. Это Шпиц предательски напал на него сбоку. Перо и Франсуа кинулись выручать своих собак. При их появлении буйная лавина голодного зверья откатилась назад, и Бек стряхнул повисшего на нем Шпица. Но затишье длилось всего несколько секунд. Как только Перо и Франсуа убежали, им нужно было спасать оставшиеся съестные припасы, собаки индейцев снова напали на упряжку. С храбростью отчаяния ездовые собаки прорвались сквозь кольцо осатаневших врагов и побежали по льду озера. В этот момент Бек уголком глаза заметил, что Шпиц мчится к нему с явным намерением сбить его с ног. Если бы Бек упал, он очутился бы под ногами гнавшейся за ним своры, и гибель его была бы неминуема. Резко повернувшись, он отбросил Шпица и помчался вслед за другими по озеру. Через некоторое время все девять собак упряжки собрались вместе и укрылись в лесу.
За ними больше никто не гнался, но они были в самом плачевном состоянии. У каждой оказалось не менее 4-5 ран, а некоторые пострадали очень тяжело. На рассвете они через силу поплелись обратно на стоянку и поняли, что мародеры исчезли. Франсуа и Перо были вне себя. Добрая половина провианта оказалась уничтоженной. Мало того, голодные псы изгрызли даже ремни и брезентовые покрышки. Увидев своих собак, Франсуа нахмурился. «Ай-яй-яй, детки», — сказал он, — «как вы искусаны! А вдруг вы теперь взбеситесь, черт побери!» «Как ты думаешь, Перо?» Курьер в тревоге покачал головой. До Доусона было еще 400 миль. Не хватало только, чтобы собаки взбесились. После 2 часов напряженной работы и непрекращающейся ругани упряжка была приведена в порядок, и собаки, несмотря на ноющие раны, помчали на арты дальше, с мучительными усилиями одолевая самую трудную часть пути. Нигде еще им не приходилось так туго, как на этом перегоне. 6 дней изматывающих усилий потребовалось, чтобы пройти всего 30 миль. Каждый шаг грозил смертью и собакам, и людям. 20 раз Перо, исследовавший дорогу, проваливался под лед, и после каждого такого купания приходилось разводить костер и высушивать одежду, чтобы уберечься от смертельной простуды. Однажды кромка льда у берега подломилась, и в нее провалился вожак. Шпиц потащил за собой всю упряжку вплоть до Бека. Чтобы удержаться на льду, Бек стал пятиться, упираясь передними лапами в скользкий край полыньи. Лед трещал и ломался, за Беком был впряжен Дейв, и он тоже изо всех сил пятился назад, а за нартами стоял Франсуа и тянул их на себя так, что у него трещали суставы. К тому моменту, как они дошли до места, где лед был уже крепкий, Бек совсем измучился. В таком же состоянии были и остальные собаки. Тем не менее, Перо решил наверстать потерянное время и гнал их вперед и вперед. За один день они сделали 35 миль и очутились у Большого Лосося. На другой день прошли еще 35 до Малого Лосося. На третий 40 миль и уже приближались к порогам 5 пальцев. У Бека ноги были не такие крепкие и выносливые, как у собак севера. Бек целый день терпел мучительную боль, а вечером на стоянке падал на землю, как мертвый. Даже голод не мог поднять его с места, когда раздавали рыбу. И Франсуа приходилось относить ему его порцию. Каждый вечер после ужина Франсуа растирал ему болевшие суставы и, пожертвовав верхней частью своих мокасин, сшил Беку чехлы на все 4 лапы. Это очень облегчило страдания собаки. Постепенно лапы у него огрубели, закалились, и износившиеся к тому времени чехлы были выброшены. Однажды утром, когда запрягали собак, неожиданно взбесилась Долли, у которой до этого не замечали никаких подозрительных признаков. Она вдруг завыла по-волчьи, таким жутким, душераздирающим воем, что у других собак от страха шерсть встала дыбом. Бек в первый раз в жизни видел взбесившуюся собаку и, тем не менее, в инстинктивном ужасе бросился бежать от нее. Он метался из стороны в сторону, а на расстоянии 1 прыжка за ним гналась Долли, тяжело и шумно дыша. С морды у нее капала пена. Бека гнал ужас, от Долли бешенства. Вся надежда была на то, что Франсуа спасет его. И действительно, погонщик схватил топор, и когда Бек пролетел мимо, топор обрушился на голову взбесившейся Долли. Без сил, еле переведя дух, Бек доковылял до нарт, но тут шпиц, воспользовавшись его беспомощностью, наскочил на него и, не встретив сопротивления, вцепился в него зубами. Он в 2 местах прокусил мясо до самой кости. Бич свистнул над головой шпица, и он получил такую трепку, какой еще ни разу не задавали ни одной из собак упряжки. «Вот дьявол этот шпиц», — сказал Перро. «Он когда-нибудь загрызет Бека». «Ничего,
В Беке сидит не один, а два дьявола, отозвался Франсуа. Я за ним все время наблюдаю. Знаешь, что я тебе скажу? В один прекрасный день он так озвереет, что разжует твоего шпица и выплюнет на снег. Уж ты мне поверь. С этих пор между Беком и шпицем началась открытая война. Шпиц, вожак и признанный глава всей упряжки, видел в этом странном южанине угрозу своему первенству. Бой за первенство неизбежно должен был произойти. И Бек хотел этого. Он хотел этого потому, что им всецело овладела та непостижимая гордость, которая побуждает ездовых собак до последнего вздоха не сходить с тропы, с радостью носить свою упряжь и умирать с горя, если их выгоняют из упряжки. Из того же чувства гордости шпиц боялся, как бы Бека не поставили вожаком вместо него, а Бек стремился стать вожаком. Бек теперь открыто добивался места вожака. Он становился между шпицем и лентяями, которых тот хотел наказать, и делал это умышленно. Последние дни, пока они шли к Доусону, Бек продолжал вмешиваться всякий раз, когда шпиц наказывал провинившихся собак. Замаскированный бунт Бека послужил как бы сигналом к неповиновению, и дисциплина в упряжке все более и более падала. Из-за него Франсуа не знал покоя, все время опасаясь, что они со шпицем схватятся не на жизнь, а на смерть. Погонщик понимал, что рано или поздно это непременно случится. Однако пока случая к этому не представлялось. И когда в один хмурый день они, наконец, прибыли в Доусон, великое сражение все еще было впереди. В Доусоне было множество людей, еще больше собак, и Бек видел, что все собаки работают. По-видимому, здесь это было в порядке вещей. Целый день длинные собачьи упряжки проезжали по главной улице, и даже ночью не утихал звон бубенцов. Собаки везли бревна для построек, дрова и всякие грузы на прииск. Они выполняли всю ту работу, которую в долине Санта-Клара выполняли лошади. Здесь попадались и собаки с юга, но большинство были псы местной породы, потомки волков. С наступлением темноты неизменно в 9:12 и в 3 часа ночи они заводили свою ночную песнь. Жуткий таинственный вой. И Бек с удовольствием присоединял к нему свой голос. То была странная песнь, древняя, как их порода на земле. Одна из первых песен юного мира в те времена, когда все песни были полны тоски. Она была проникнута скорбью бесчисленных поколений. Это жалоба, так странно волновавшая Бека. Он стонал и выл от той же муки бытия, от которой выли его дикие предки, от того же суеверного ужаса перед тайной холода и ночи. И то, что отзвуки этой древней тоски волновали Бека, показывало, как безудержно он сквозь века мировой оседлой жизни у очага человека возвращался к тем диким, первобытным временам, когда рождался этот вой. Через 7 дней после прихода в Доусон они вновь спустились по крутому берегу на лед Юкона и двинулись в обратный путь к соленой воде. Перо вез теперь почту еще более срочную, чем та, которую он доставил в Доусон. Он уже вошел в азарт и решил поставить рекорд скорости. В первый же день они прошли 50 миль вверх по Юкону. Но такая скорость стоила Франсуа немалых хлопот и волнений. Бунт, поднятый Беком, нарушил слаженность упряжки. Шпицы больше не боялись так, как следовало бояться вожака. Прежний страх перед ним исчез. И не только Бек, но и другие собаки теперь не признавали его первенства. А Бек всякий раз, как проходил мимо шпица, ворчал и грозно ощетинивался. Франсуа ругался и в бессильном гневе топал ногами, бич его постоянно свистел над спинами собак, но толку от этого было мало. Стоило Франсуа отвернуться,
и все начиналось снова. Однажды на привале вечером после ужина Бек вспугнул зайца, но не успел его схватить. Мигом вся свора кинулась в погоню за добычей. Бек бежал впереди всех, огибая одну излучину за другой. Его великолепное тело в мертвенно-белом свете луны стремительно мелькало в воздухе, а заяц, как белый призрак морозной ночи, также стремительно летел впереди. Жизнь кипела в Беке, и каждый мускул, каждая жилка играли, были в огне, и радость жизни претворялась в движение, в эту иступленную скачку под звездами по мертвой, застывшей от холода земле. Шпиц, хладнокровный и расчетливый даже в моменты самого буйного азарта, отделился от стаи и побежал наперерез зайцу через узкую косу, вокруг которой речка делала поворот. Бек этого не заметил. Он, огибая излучину, видел только мелькавший впереди белый призрак зайца. Вдруг другой белый призрак, больше первого, прыгнул с береговой кручи прямо на дорогу. Это был шпиц. И заяц крикнул, как кричит в муке человек. Услышав этот вопль жизни, которая в разгаре своем попала в железные объятия смерти, вся свора, бежавшая за Беком, дико взвыла от восторга. Молчал только Бек. Не останавливаясь, он налетел на шпица да так стремительно, что не успел схватить его за горло. Они упали и покатились, взметая снег. Шпиц первый вскочил на ноги быстро, словно и не падал. Он укусил Бека за плечо. Челюсти его дважды сомкнулись мертвой хваткой, как железные челюсти капкана, и он отскочил, чтобы лучше разбежаться для прыжка. Бек почувствовал, что настал решительный миг, что эта схватка будет не на жизнь, а на смерть. Когда они, заложив назад уши, с рычанием кружили друг около друга, настороженно выжидая удобного момента для нападения, Беку вдруг показалось, что ему все знакомо, что это уже было когда-то. Белый лес кругом, белая земля и лунный свет, и упоение боя. Эти плохо прирученные потомки волков быстро покончили с зайцем и теперь в напряженном, безмолвном ожидании окружили кольцом сражавшихся. Глаза у всех горели, пар из раскрытых пастей медленно поднимался вверх, и вся эта картина из каких-то первобытных времен не была для Бека ни новой, ни странной. Казалось, что так было всегда, что это в порядке вещей. Шпиц был опытным бойцом. Он никогда не нападал, не подготовившись встретить ответный натиск, никогда не начинал атаки, не обеспечив себе заранее успеха. Тщетно Бек пытался вонзить зубы в шею этого громадного белого пса. Как только он нацеливался клыками на незащищенное место, его встречали клыки шпица, и клык ударялся о клык. Морду обоих были в крови, а Беку все никак не удавалось обмануть бдительность врага. Он разгорячился и ошеломил шпица вихрем внезапных натисков. Снова и снова нацеливался он на снежно-белое горло, в котором биение жизни слышалось так близко. Но всякий раз шпиц, укусив его, отскакивал. Тогда Бек пустил в ход другой маневр. Делая вид, что хочет вцепиться шпицу в горло, он внезапно отдергивал назад голову и, извернувшись, ударял шпица плечом, как тараном, стараясь повалить его. Но шпиц успевал укусить его и легко отскакивал в сторону. Шпиц был еще совершенно невредим, а Бек обливался кровью и тяжело дышал. Схватка становилась все ожесточеннее. Когда Бек запыхался, шпиц от обороны перешел к наступлению и не давал ему передышки. Бек уже шатался. Один раз он даже упал, и все 60 собак в тот же миг вскочили на ноги. Но Бек одним прыжком взлетел с земли, и весь круг снова застыл в ожидании. Казалось, Бек проиграл. Но у Бека было то, что и человека, и зверя делает великим — воображение.
В борьбе он слушался инстинкта, но и мозг его не переставал работать. Он бросился на врага, как будто намереваясь повторить прежний маневр, удар плечом. Но в последний момент припал к земле и вцепился в переднюю ногу шпица. Захрустела сломанная кость, и белый пес оказался уже только на трех ногах. Трижды пробовал Бек повалить его наземь, потом, пустив в ход тот же маневр, перегрыз ему вторую ногу. Несмотря на боль и беспомощное состояние, шпиц делал бешеные усилия удержаться на ногах. Он видел безмолвный круг собак, их горящие глаза, высунутые языки и серебряный пар от их дыхания, подымавшийся вверх. Кольцо все теснее сжималось вокруг шпица, а он прежде не раз видывал, как тесное кольцо смыкалось вокруг побежденного в схватке. На этот раз побежденным оказался он. Участь его была решена. Бек был беспощаден. Милосердие годилось только для более мягкого климата. Он готовился нанести окончательный удар. Все собаки замерли на месте, словно окаменели. Только шпиц весь дрожал и шатался, ощетинившись, грозно рыча, будто хотел испугать надвигающуюся смерть. Но вот Бек кинулся на него и тотчас отскочил. На этот раз удар плечом сделал свое дело, шпиц упал. Темное кольцо собак сомкнулось в одну точку на озаренном луной снегу, и шпиц исчез. А Бек стоял и глядел, как победитель. Это стоял торжествующий первобытный зверь, который убил и теперь наслаждался этим. Часть четвертая. С самого первого дня Бек не взлюбил вожака упряжки шпица и всячески старался занять его место. Бой за первенство был неизбежен, и вот однажды Бек бросился на своего врага. Это была схватка не на жизнь, а на смерть. И хотя шпиц был опытным бойцом, Бек победил. Ну, слушайте. Утром, обнаружив, что шпиц исчез, а Бек весь в ранах, Франсуа подтащил Бека к костру и при свете огня показал перо его бока и спину. Ну, что я говорил? Разве не правда, что в этом Беке сидят два дьявола? Да, они дрались не на жизнь, а на смерть, ответил перо, осматривая раны и укусы Бека. Зато теперь у нас дело пойдет на лад. Нет шпица, так и дракам конец. Пока перо укладывал и грузил на нарты пожитки, погонщик запрягал собак. Бек подошел к месту вожака, куда еще вчера запрягали шпица. Франсуа не обратил на это внимания и подвел к столь желанному месту Соликса. Он считал его наиболее подходящим для роли вожака. Но Бек в ярости набросился на Соликса, отогнал его и стал на место шпица. «Ну и ну!» — воскликнул Франсуа, от восторга хлопнув себя по бедрам. «Посмотри-ка на Бека! Загрыз шпица, теперь хочет стать вожаком! Пошел вон, разбойник!» — прикрикнул он на Бека, но тот, как ни в чем не бывало, стоял. Франсуа схватил его за загривок, и хотя пес грозно зарычал, оттащил в сторону,
а на место вожака опять поставил Соликса. Тому это явно не понравилось. Видно было, что старый пес боится Бека. Франсуа был упрям и настоял на своем. Но как только он отвернулся, Бек опять прогнал Соликса, и тот отошел очень охотно. Тут уже Франсуа рассердился. «Вот я тебя сейчас проучу!» — крикнул он, и, убежав, вернулся с тяжелой дубиной. Бек вспомнил человека в красном свитере и медленно отступил. Больше он не пытался отогнать Соликса, когда того опять поставили впереди. Но он кружил около, на таком расстоянии, чтобы его не могла достать дубинка. Погонщик занялся своим делом и крикнул Бека только тогда, когда до него дошла очередь. Франсуа хотел поставить его на старое место перед Дэйвом. Бек попятился на несколько шагов. Франсуа двинулся к нему, но пес отбежал еще дальше. Это повторялось несколько раз. И, наконец, Франсуа бросил дубинку, думая, что Бек боится ее. Но дело было не в дубинке. Бек открыто бунтовал, добиваясь места вожака. Оно принадлежало ему по праву. Он его заслужил и не соглашался на меньшее. Перо поспешил на помощь Франсуа. Битый час они вдвоем гонялись за Беком, швыряли в него палками, но он увертывался от них и кружил вокруг стоянки, ясно давая понять людям, что если его желание будет исполнено, он станет опять послушен. Наконец Франсуа сел на снег и почесал затылок. Перо посмотрел на часы и чертыхнулся. Время шло. Им следовало выехать еще час назад. Тогда Франсуа подошел к Соликсу и кликнул Бека. Бек засмеялся, по-своему, по-собачьи, но все еще держался на приличном расстоянии. Франсуа выпряг Соликса и поставил его на прежнее место. Вся упряжка стояла уже в полной готовности, выстроившись сплошной вереницей. Для Бека теперь уже не оставалось места, кроме места вожака впереди. Франсуа снова позвал его, а Бек снова засмеялся, но все не шел на зов. «Брось-ка дубинку!» — скомандовал Перо. Франсуа послушался, и тогда Бек подошел с торжествующим видом и стал во главе упряжки. На него надели постромки, освободили примерзшие нарты, и они вмиг вылетели на реку. Погонщик Франсуа и раньше был высокого мнения о Беке, утверждая, что в нем сидит два черта. Но не прошло и дня, как он убедился, что недооценивал эту собаку. Бек сразу же вошел в роль вожака. Сообразительностью, быстротой и решительностью он превосходил даже шпица, лучшего вожака, какого когда-либо видел Франсуа. Но самым замечательным было его умение подчинять себе других. Он заставлял всех собак своей упряжки выполнять его требования, и опять они неслись в своих постромках, словно слитые в одну. На следующей стоянке Перо прикупил еще двух канадских лаек, а Бек выдрессировал их так быстро, что Франсуа только ахал и диву давался. «Днем с огнем не сыщешь такого другого пса, как этот Бек», — твердил он. «За такого и $1000 отдать не жалко, ей-богу. Скажешь нет, Перо?» К этому времени они превысили рекорд скорости и превышали его все больше день ото дня. Дорога была в прекрасном состоянии, тверда, хорошо укатана, не было на ней свежего рыхлого снега, который так затрудняет езду. Температура, упав до 50 градусов ниже нуля, оставалась все время на этом уровне. Перо и Франсуа, чередуясь, то ехали на нартах, то шли на лыжах. Река оделась крепким льдом, и они за один день сделали перегон, который на пути в Доусон отнял у них 10 дней. Потом они пролетели без остановок 60 миль от озера Ле-Барш до порогов Белой Лошади. Собаки мчались с такой быстротой, что мужчинам приходилось следовать за нартами, держась за привязанную к ним веревку. И, наконец, в последний вечер второй недели они прошли через Белый Перевал и стали спускаться к морю, туда, где мерцали огни стоявших на причале судов. Это был рекордный пробег. В течение 2 недель они проезжали в среднем по 40 миль в день. 3 дня Перо и Франсуа, гордо выпятив грудь, прогуливались по главной улице,
а их упряжка была постоянно окружена восторженной толпой ценителей и скупщиков ездовых собак. Но вскоре Перо получил новое назначение. Узнав о нем, Франсуа подозвал Бека, обхватил его руками и заплакал. И это было прощание Бека с Франсуа и Перо. Как раньше другие люди, они навсегда исчезли из его жизни. Бека и остальных собак передали какому-то шотландцу-полукровке, и вместе с десятком других собачьих упряжек они пустились снова в тот же утомительный путь к Доусону. Теперь уже они не шли налегке, и им было не до рекордов. Они трудились без отдыха изо дня в день. Это был почтовый обоз. Он вез вести со всех концов земли людям, искавшим золото у Северного полюса. Беку это не нравилось, но он работал хорошо из профессиональной гордости и следил, чтобы все его товарищи делали все добросовестно. Жизнь шла однообразно, как заведенная машина. Один день был, как две капли воды, похож на другой. По утрам в определенный час люди принимались за дело, разводили костры, готовили завтрак, потом одни грузили на нарты палатки и все остальное, другие запрягали собак. Путь трогались примерно за час до того, как ночь начинала мутнеть, что было предвестником зари. По вечерам делали привал. Погонщики ставили палатки, кололи дрова, ломали сосновые ветки для подстилки, приносили воду или лед поварам. Затем кормили собак. Для Бека и его товарищей это было самым радостным событием дня. Впрочем, приятно было и потом, съев свою порцию рыбы, послоняться без дела среди других собак, которых здесь было больше сотни. Между ними были опасные драчуны, но после трех сражений Бека с самыми свирепыми авторитет его был признан, и стоило ему только ощетиниться и оскалить зубы, как все уступали ему дорогу. Но больше всего, пожалуй, Бек любил лежать у костра. Поджав под себя задние лапы, вытянув передние и подняв голову, он задумчиво смотрел в огонь. В такие минуты вспоминался ему иногда большой дом судьи Миллера в солнечной долине Санта-Клара, цементный бассейн, где он плавал. Думал Бек о человеке в красном свитере, о гибели Керли, о великой битве со Шпицем и о тех вкусных вещах, которые он ел когда-то или мечтал поесть. По временам, когда он так лежал у костра и сонно щурился на огонь, ему начинало казаться, что это пламя какого-то иного костра, у которого он грелся когда-то. И видел он подле себя не повара Метиса, а совсем другого человека. У этого другого ноги были короче, а руки длиннее. Мускулы, как узловатые веревки. Они такие гладкие и обросшие жиром. Волосы у него были длинные и всклокоченные. Череп скошен от самых глаз к темени. Человек этот издавал странные звуки и, видно, очень боялся темноты, потому что то и дело всматривался в нее, сжимая в руке палку с привязанным к ней на конце большим камнем. Он был почти голый, только на спине болталась шкура, рваная и покоробленная огнем. Иногда этот волосатый человек сидел у костра на корточках и дремал, низко свесив голову. Локти он тогда упирал в колени, руками закрывал голову, как от дождя. А за костром, в темноте, светилось множество раскаленных угольков. И всегда парами, всегда по два. Бек знал, что это глаза хищных зверей. Он слышал, как трещали кусты, сквозь которые они продирались. Слышал все звуки,
возвещавшие их приближение. И когда Бек лежал на берегу Юкона, лениво глядя на огонь, эти звуки и видения другого мира тревожили его так сильно, что шерсть у него вставала дыбом, и он начинал тихонько повизгивать или глухо ворчать. Тогда повар Метис кричал: «Эй, Бек, проснись!» И видения куда-то исчезали, перед глазами снова вставал реальный мир. Дорога была трудная, груз тяжелый, работа изматывала собак. Они отощали и были в самом жалком состоянии, когда добрались, наконец, до Доусон. Им следовало бы отдохнуть 10 дней или хотя бы неделю. Но через 2 дня они уже спускались вниз на лед Юкона с грузом писем. Собаки были утомлены, погонщики ворчали, и в довершении всего каждый божий день шел снег. Поэтому мягкому, неутоптанному настилу идти было трудно. Больше терлись полозья, и тяжелее было собакам тащить нарты. Каждый вечер, разбив лагерь, погонщики первым делом занимались собаками. Собаки получали ужин раньше, чем люди. И никто из погонщиков не залезал в спальный мешок, пока не осмотрит лапы своих собак. И все же силы собак таяли. За эту зиму они уже прошли 1800 миль, весь утомительный путь таща за собой тяжело нагруженные нарты. А 1800 миль подкосят и самую выносливую собаку. Бек пока не сдавался, заставлял работать других и поддерживал дисциплину в своей упряжке, но и он тоже был сильно переутомлен. Билли все ночи напролет скулил и стонал во сне. А к Соликсу просто опасно было подходить не только со стороны слепого, но и со стороны зрячего глаза. Но больше всех измучился Дейв. С ним творилось что-то неладное. Он стал раздражителен и угрюм. С той минуты, как его распрягали, и до утра, когда опять нужно было впрягаться, Дейв лежал пластом. Иногда в пути, дернувшись от сильного толчка внезапно остановившихся нарт или напрягаясь, чтобы сдвинуть их с места, он жалобно стонал. Погонщик не раз осматривал его, но не мог понять, что с ним. Сломанных костей не обнаружили, и так ничего и не выяснили. Должно быть, у него что-то болело внутри. К тому времени, как они добрались до большой отмели, Дейв уже так ослабел, что то и дело падал. Погонщик дал сигнал остановиться и выпряг его, а на место коренника поставил ближайшую собаку, Соликса. Он хотел дать Дейву роздых, позволить ему бежать на свободе, без упряжки за нартами. Но Дейв, как не был он болен и слаб, не хотел мириться с тем, что его отстранили от работы. Когда снимали с него постромки, он рычал, а увидев Соликса на своем месте, горестно завыл. Гордость его возмутилась. И смертельно больной Дейв всячески протестовал против того, что его заменили другим. Когда нарты тронулись, он побежал сбоку, ныряя в рыхлом снегу, и все время старался цапнуть Соликса или бросался на него и пробовал повалить в снег по другую сторону тропы. Он делал попытки втиснуться в упряжку между Соликсом и нартами и все время скулил, визжал и лаял от боли и досады. Погонщик пробовал отогнать его бичом, но Дейв не обращал внимания на обжигавшие кожу удары, а у того совести не хватало хлестать его сильнее. Скоро Дейв совсем выбился из сил и упал. Лежа там, где свалился, он тоскливым воем провожал длинную вереницу нарт, мчавшихся мимо него. Потом, собрав остаток сил, Дейв кое-как тащился вслед, пока обоз не сделал остановки. Он добрел до своего прежнего места и стал сбоку, около Соликса. Погонщик отошел к другим нартам прикурить от трубки соседа. Через минуту он вернулся и дал сигнал к отправке. Собаки двинулись как-то удивительно легко, без всякого усилия, и вдруг все с беспокойством повернули головы и остановились. Погонщик тоже удивился. Нарты не сдвинулись с места. Дейв перегрыз обе постромки Соликса.
и уже стоял прямо перед нартами на своем старом месте. Он молил взглядом, чтобы его не гнали. Погонщик был озадачен. Товарищи его стали толковать о том, как собакам обидно, когда их изгоняют из упряжки, хотя эта работа их убивает. Общее мнение было таково. Надо пожалеть Дэйва и дать ему умереть на своем месте у нарт. Дэйва снова впрягли в нарты, и он гордо потащил их, как прежде, хотя временами невольно стонал от приступов какой-то боли внутри. Несколько раз он падал, и другие собаки волокли его дальше. А однажды нарты наехали на него, и после этого Дэйв хромал на заднюю ногу. Все-таки он крепился, пока не дошли до стоянки. Погонщик отвел ему место у костра. К утру Дэйв так ослабел, что идти дальше уже не мог. Когда пришло время запрягать, он с трудом подполз к своему погонщику, судорожным усилием встал на ноги, но пошатнулся и упал. Потом медленно пополз на животе к тому месту, где на его товарищей надевали постромки. Он вытягивал передние лапы и толчком подвигал свое тело вперед на дюйм-два, потом опять и опять проделывал то же самое, но силы скоро ему изменили. И, уходя, собаки видели, как Дэйв лежал на снегу, тяжело дыша и с тоской глядя им вслед. А его унылый вой долетал до них, пока они не скрылись за прибрежным лесом. За лесом обоз остановился. Погонщик медленно зашагал обратно к только что покинутой стоянке. Люди все примолкли. Скоро издали донесся пистолетный выстрел. Погонщик поспешно возвратился к саням. Защелкали бичи, весело залились колокольчики, и нарты помчались дальше. Но Бек знал, и все собаки знали, что произошло там, за прибрежным лесом. Часть пятая. Курьер Перро, с которым Бек прошел не одну сотню миль, неожиданно получил новое назначение. И тогда все собаки упряжки вместе со своим вожаком Беком перешли к новым хозяевам и опять пустились в долгий, утомительный путь по промерзшим просторам Аляски. Ну, слушайте. Через 30 дней после отъезда из Доусона почтовый обоз во главе с упряжкой Бека прибыл в Скагвей. Собаки были изнурены и измучены в конец. «Ну-ну, поднатужьтесь, бедные вы мои хромуши!» — подбадривал их погонщик, когда они плелись по главной улице. «Уже почти доехали. Скоро отдохнем как следует. Долго будем отдыхать». Люди были в полной уверенности, что остановка здесь будет долгая. Но в Клондайк понаехало со всего света столько мужчин, а на родине у них осталось столько женщин, возлюбленных, законных жен и родственниц, не поехавших в Клондайк, что тюки с почтой грозили достигнуть высоты Альпийского хребта. Рассылались и всякие правительственные распоряжения. И вот
Собак, ставших негодными, приказано было заменить новыми и снова отправляться в путь. Выбывших из строя собак нужно было сбыть с рук, и поскольку доллары, как известно, гораздо ценнее собак, их спешно распродавали. В те три дня, что они отдыхали в Скагуэе, Бек и его товарищи почувствовали, как они устали и ослабели. На утро четвертого дня пришли двое американцев из Штатов и купили их вместе с упряжью за бесценок. Эти люди называли друг друга Хелл и Чарльз. Чарльз был мужчина средних лет, со светлой кожей, бесцветными слезящимися глазами, с усами, лихо закрученными, словно для того, чтобы замаскировать вялость отвислых губ. Хеллу было лет 19. Оба эти человека были явно не на месте в здешней обстановке. И зачем они рискнули ехать на дальний север, оставалось загадкой. Бек слышал, как эти двое торговались с правительственным агентом, видел, как они передали ему деньги, и понял, что шотландец и все остальные погонщики почтового обоза уходят из его жизни навсегда. Как ушли Перо и Франсуа, так до них ушли другие. Когда его и остальных собак упряжки пригнали в лагерь новых хозяев, Бек сразу приметил царившие здесь грязь и беспорядок. Палатка была раскинута только наполовину, посуда стояла немытая, все валялось, где попало. Увидел он здесь и женщину. Мужчины называли ее Мерседес. Она была женой Чарльза и сестрой Хелла. Это была семейная экспедиция. Бек с тяжелым предчувствием наблюдал, как они снимают палатку и нагружают нарты. Они очень усердствовали, но делали все бестолково. Палатку свернули каким-то неуклюжим узлом, который занимал втрое больше места, чем следовало. Оловянную посуду уложили немытой. Мерседес все время суетилась, мешала мужчинам и трещала без умолку, то читая им нотации, то давая советы. «Ну, пошли!» — крикнул, наконец, Хелл и взмахнул бичом. «Вперед!» Собаки рванулись, напряглись, но тут же остановились. Им не под силу было сдвинуть нарты с места. «Ленивые скоты!» — крикнул Хелл. Он поднял бич и стегнул собак. Но вмешался Мерседес. С криком «Не смей, Хелл!» она схватилась за бич и вырвала его из рук брата. На ее красивом лице было написано отвращение. Она не могла видеть, как мучают животных. «В этих собаках, если уж хотите знать, еле душа держится», сказал один мужчина из соседней палатки. «Они совсем измотаны, вот в чем дело, им отдых нужен». «Какой там отдых, к чертовой матери!» огрызнулся безусый Хелл. И снова бич Хелла обрушился на собак. Они налегли на ремни, уперлись лапами в накатанный снег и, почти распластавшись, напрягали все силы. Но нарты удерживали их, словно якорь. После двух попыток собаки остановились, тяжело дыша. Бич бешено свистел в воздухе, и за собак снова вступилась Мерседес. Она стала на колени подле Бека и со слезами на глазах обняла его за шею. «Бедные вы, бедные собачки!» — воскликнула она жалостливо. «Ну почему же вы не хотите постараться? Ведь тогда вас не будут бить!» Беку Мерседес не понравилось. Но он был слишком измучен, чтобы дать отпор. Ее ласки он принял, как принимал все неизбежные неприятности этого дня. Один из зрителей, который наблюдал все это, стиснув зубы и с трудом удерживая гневные слова, не выдержал, наконец, и заговорил. «На вас мне, откровенно говоря, наплевать, но собак жалко. И потом я вам скажу, что делать, чтобы помочь им. У вас полозья накрепко примерзли. Отбейте лед, навалитесь всем телом и качайте нарты вправо и влево, пока не сдвинете их с места». Сделали третью попытку. На этот раз Хелл, вняв дельному совету, сбил лед и оторвал от земли примерзшие полозья. Перегруженные громоздкие нарты медленно поползли вперед. А Бек и его товарищи под градом ударов с отчаянными усилиями тянули их. В 100 ярдах от стоянки дорога делала поворот и круто спускалась к главной улице. Удержать тяжело нагруженные нарты на таком спуске мог бы лишь опытный погонщик, но никак не Хелл. На повороте нарты опрокинулись, и половина клади высыпалась на дорогу, так как ремни были слабо затянуты.
Собаки и не подумали остановиться. Легкие теперь нарты, лежа на боку, прыгали за ними. Они бежали обозленные жестоким обращением и тем, что их заставляли вести такой тяжелый груз. Бэк словно взбесился, он мчался со всех ног, и вся упряжка мчалась за ним. Тщетно Хэл орал «Стоп, стоп!» Они его не слушали. Собаки неслись по главной улице Скагуэя, рассыпая на потеху зрителям остатки поклажи. Какие-то сердобольные горожане остановили собак и стали собирать упавшие с нарт пожитки. При этом они не скупились на совет. Хэлу и Чарльзу было сказано, что если они хотят как-нибудь доехать до Доусона, надо бросить половину клади и удвоить число собак. Хэл, его сестра и зять слушали советы неохотно. Но они поставили палатку и принялись сортировать свое имущество. Выбросили банки с консервами, насмешив этим людей, так как на Великой Северной тропе консервы самое желанное, о чем только может мечтать путешественник. После всех трудов на нартах осталось только половина поклажи. Но и та была с гору. Вечером Чарльз и Хэл пошли покупать собак и привели их 6. Не местных, а привозных. Теперь в упряжке было уже 14 собак. 6 из первой упряжки Перро, Тик и Куна, купленные им перед рекордным пробегом, да 6 новых. На завтра, поздним утром, Бэк повел длинную собачью упряжку по улице Скагуэя. Ни он, ни другие собаки не проявляли никакой резвости и энергии. Они вышли в путь смертельно усталые. Бэк уже 4 раза проделал путь между соленой водой и Доусоном, и его злило, что ему, усталому, заезженному, опять надо пускаться в такой трудный путь. Бэк смутно понимал, что на этих двух, мужчин и женщину, нельзя было положиться. Они ничего не умели, и с каждым днем становилось очевиднее, что они ничему не научатся. Никогда они не проходили в день и половины того расстояния, которое путешественники на севере принимают за среднюю норму, рассчитывая, какой запас пищи надо брать для собак. С самого начала было ясно, что Хэлу и Чарльзу не хватит в пути корма для собак. Они еще к тому же перекармливали их и тем самым приближали катастрофу. Новые собаки, не приученные довольствоваться малым, были ужасно прожорливы. А так как старые, вконец измученные, шли медленно, то Хэл решил, что обычной нормы питания недостаточно, и удвоил ее. Но Бэк и его товарищи нуждались не столько в пище, сколько в отдыхе. И хотя они бежали не быстро, тяжесть груза, который они тащили, подтачивала их силы. А потом к этому прибавился и голод. На севере все знают, что собаки, привезенные из других мест, погибают, если их посадить на скудный паек местных лаек. А так как Хэл и этот паек урезал наполовину, то все 6 новых собак в упряжке Бэка неминуемо должны были погибнуть. Упорнее всех цеплялись за жизнь 2 дворняги, но и они, в конце концов, околели. К этому времени 3 путешественника утратили всю мягкость и обходительность южан. Мерседес перестала плакать от жалости к собакам, теперь она плакала только от жалости к себе и была поглощена ссорами с мужем и братом. Эти 2 мужчин и женщина не обрели того удивительного терпения, которому Великая Северная тропа учит людей и который помогает им в трудных и жестоких страданиях оставаться добрыми и приветливыми. У новых хозяев Бэка не было и капли такого терпения. Они коченели от холода, у них все болело, болели мускулы, кости, даже сердце. И оттого они стали сварливыми, и с утра до ночи грубости и колкости не сходили у них с языка. Мерседес целыми днями не слезала с нарт, до тех пор, пока собаки не падали без сил и нарты не останавливались. Чарльз и Хэл уговаривали ее слезть и идти на лыжах, просили, умоляли, а она только плакала и докучала Богу многословными жалобами на их жестокость. Раз мужчины с силой ссадили ее с нарт, но тут же пожалели об этом. Мерседес, как капризный ребенок, стала нарочно хромать и села на дороге. Мужчины пошли дальше, а она не тронулась с места. Пройдя 3 мили, они вынуждены были вернуться за ней, снять часть груза
и силой посадить ее снова на нарты. К тому времени, как они дошли до пяти пальцев, запасы собачьего провианта кончились, и какая-то беззубая старуха-индианка согласилась дать им несколько фунтов мороженой лошадиной шкуры в обмен на кольт, который вместе с длинным охотничьим ножом украшал пояс Хэла. Шкура эта, содранная полгода назад, спавшая от голода лошади какого-то скотовода, была весьма жалким суррогатом пищи. От мороза она стала подобна листовому железу, и когда собака с трудом проглатывала кусок, он только раздражал желудок. Терпя все это, Бек словно в каком-то тяжелом кошмаре плелся во главе упряжки, тянул нарты, насколько хватало сил, а когда силы изменяли, падал и лежал, пока его не подымали на ноги дубинкой или бичом. Его прекрасная длинная шерсть утратила всю густоту и блеск. Она свалялась и была грязна. Во многих местах, где дубинка Хэла рассекла кожу, на ней запеклась кровь. Мускулы его превратились в какие-то узловатые волокна, и он настолько исхудал, что под дряблой кожей, висевшей складками, резко выступали все ребра и кости. Не в лучшем состоянии, чем Бек, были и остальные собаки. Они превратились в ходячие скелеты. Их осталось теперь 7, включая и Бека. Они были так измучены, что уже стали нечувствительны к ударам бича и дубинки. Наступил день, когда и добряк Билли упал и не мог уже встать. На другой день околела Куна, и осталось их теперь уже только 5. Стояла чудесная весна. Но ни люди, ни собаки не замечали ее. С каждого холмика бежала вода, звенела в воздухе музыка невидимых родников. Все кругом оттаивало, шумело, качалось под весенним ветром, спешило жить. Юкон стремился прорвать сковывавший его ледяной покров. Он размывал лед снизу, а сверху его растапливало солнце. Образовались полыньи, все шире расползались трещины во льду, и уже тонкие пласты его, отколовшись, уходили в воду. А среди всего этого разлива весны, бурного биения и трепета просыпающейся жизни, под слепящим солнцем и лаской вздыхающего ветра, брели двое мужчин, женщина и собаки. Собаки падали на каждом шагу. Мерседес плакала и не слезала с нарт. Хэл ругался в бессильной ярости, а в слезящихся глазах Чарльза застыла печаль. Так дошли они до стоянки Джона Торнтона у устья Белой реки. Разговор начал Хэл. Джон Торнтон отделывал топорище, выстроганное им из березового полена. Он слушал, не отрываясь от работы, и лишь время от времени вставлял односложную реплику или давал столь же лаконичный совет. Только тогда, когда его спрашивали. Он знал эту породу людей и не сомневался, что советы его не будут выполнены. Там наверху нам тоже говорили, что дорога уже ненадежна, и советовали не идти дальше, сказал Хэл в ответ на предостережение Джона, что идти сейчас по льду рискованно. Уверяли, что нам уже не добраться до Белой реки. А вот добрались же. Последние слова сказаны были с иронией и победоносной усмешкой. «И правильно вам советовали», — заметил Джон. «Лед может тронуться с минуты на минуту. Разве только дурак рискнет идти сейчас через реку. Дуракам, известно, везет. А я вам прямо говорю, я не стал бы рисковать жизнью и не двинулся бы по этому льду даже за все золото Аляски». «Ну еще бы! Ведь вы не дурак», — бросил Хэл. «А мы все-таки пойдем дальше, к Доусону!» Он взмахнул бичом. «Вставай, Бек! Ну, вставай, тебе говорят! Марш, вперед!» Торнтон строгал, не поднимая глаз. Он знал, бесполезно удерживать сумасбродов от сумасбродства. И в конце концов в мире ничего не изменится, если станет 2-3 дураками меньше. Но собаки не вставали, несмотря на окрики. Они давно уже дошли до такого состояния, что поднять их можно было только побоями. И бич
засвистел, делая свое жестокое дело. Джон Торнтон сжал зубы. Первым с трудом поднялся Соликс. За ним Тик. А за Тиком, визжа от боли, Джо. Пайк делал мучительные усилия встать. Приподнявшись на передних лапах, он упал раз, упал другой, и только в третий раз ему удалось, наконец, встать. А Бек даже и не пытался. Он лежал неподвижно там, где упал. Бич раз за разом впивался ему в тело, а он не визжал и не сопротивлялся. Торнтон несколько раз как будто порывался что-то сказать, но молчал. В его глазах стояли слезы. Хелл продолжал хлестать Бека. Торнтон встал, в нерешительности заходил взад и вперед. В первый раз Бек отказывался повиноваться, и этого было достаточно, чтобы привести Хелла в ярость. Он бросил бич и схватил дубинку, но и град новых, еще более тяжелых ударов не поднял Бека на ноги. Он, как и другие собаки, мог бы еще через силу встать, но в отличие от них сознательно не хотел подниматься. У него было смутное предчувствие надвигающейся гибели. Целый день он ощущал под ногами тонкий, уже хрупкий лед и словно чуял близкую беду там, впереди, куда сейчас снова гнал его хозяин. И он не хотел вставать. Он так и страдался и до того дошел, что почти не чувствовал боли от ударов. Они продолжали сыпаться, и последняя искра жизни уже угасала в нем. Бек умирал. И тут, совершенно неожиданно, Джон Торнтон с криком, похожим на крик животного, кинулся на человека с дубинкой. Хелл повалился навзничь, словно его придавило подрубленное дерево. Мерседес взвизгнула. Чарльз смотрел на эту сцену все с той же застывшей печалью во взгляде, утирая слезящиеся глаза, но не вставал, потому что тело у него словно одеревенело. Джон Торнтон стоял над Беком, стараясь овладеть собой. Бушевавший в нем гнев мешал ему говорить. «Если ты еще ударишь эту собаку, я убью тебя!» — сказал он, наконец, задыхаясь. «Собака моя!» – прохрипел Хелл, вставая и вытирая кровь с губ. «Убирайся, иначе я уложу тебя на месте! Мы едем в Доусон!» Но Торнтон стоял между ним и Беком и вовсе не обнаруживал намерения убираться. Хелл выхватил из-за пояса свой длинный охотничий нож. Торнтон ударил Хелла топорищем по пальцам и выбил у него нож. Хелл попытался поднять нож с земли, но получил второй удар по пальцам. Потом Торнтон нагнулся, сам поднял нож и разрезал на Беке по стромке. Вся воинственность Хелла испарилась. К тому же ему пришлось заняться сестрой, которая свалилась ему на руки, вернее, на плечи, и он рассудил, что Бек им ни к чему. Все равно издыхает, и тащить сани не сможет. Через несколько минут нарты уже спускались с берега на речной лед. Бек услышал шум отъезжающих нарт и поднял голову. На его месте во главе упряжки шел Пайк. Коренником был Соликс, а между ними впряжены Джо и Тик. Все они хромали и спотыкались. Бек смотрел им вслед, а Торнтон, опустившись подле него на колени, своими жесткими руками бережно ощупывал его, проверяя, не сломана ли какая-нибудь кость. Он убедился, что пес только сильно избит и страшно истощен голодом. Тем временем нарты уже отъехали на четверть мили. Человек и собака наблюдали, как они ползли по льду. Вдруг задок нарт опустился, словно нырнув в яму, а шест взвился в воздух вместе с ухватившимся за него Хеллом. Донесся вопль Мерседес, затем Бек и Торнтон увидели, как Чарльз повернулся и хотел бежать обратно к берегу, но тут весь участок льда под ними осел, и все скрылось под водой. И нарты, и собаки, и люди. На этом месте зияла огромная полынья. Джон Торнтон и Бек
посмотрели друг другу в глаза. «Ах ты, бедняга», — сказал Джон Торнтон. И Бек лизнул ему руку. Часть шестая. В прошлый раз мы оставили Бека, когда сплавщик леса Джон Торнтон спас его от верной гибели. Избитый до полусмерти, изможденный постоянным голодом, обессилевший, Бек неожиданно нашел в этом человеке доброго, умного хозяина. Все долгие весенние дни Бек лежал на берегу, лениво смотрел, как течет река, слушал пение птиц, гомон весны, и силы постепенно возвращались к нему. Сладок отдых тому, кто пробежал 3000 миль. И, по правде говоря, в то время, как заживали раны, крепли мускулы, и кости снова обрастали мясом, Бек становился все ленивее и ленивее. Впрочем, тут все бездельничали, не только Бек, но и сам Джон Торнтон, и его собаки Скит и Ник. Бездельничали в ожидании, когда придет плот, на котором они отправятся в Доусон. Так Бек незаметно для себя совсем оправился и начал новую жизнь. Впервые узнал он любовь, любовь истинную и страстную. Он не любил так никого в доме судьи Миллера, в солнечной долине Санта-Клара. К сыновьям судьи, с которыми он охотился и ходил на далекие прогулки, он относился по-товарищески. К маленьким внучатам свысока и покровительственно, а к самому судье дружески, никогда не роняя при этом своего величавого достоинства. И только Джону Торнтону суждено было пробудить в нем пылкую любовь, любовь обожания, страстную до безумия. Торнтон спас ему жизнь. Это уже само по себе что-нибудь дозначило. А кроме того, этот человек был идеальным хозяином. Другие люди заботились о своих собаках лишь по обязанности, и потому что им это было выгодно. А Торнтон заботился о них без всякого расчета, как отец о детях. Такая уж у него была натура. У Торнтона была привычка хватать Бека обеими руками за голову и, упершись в нее лбом, раскачивать пса из стороны в сторону, осыпая его при этом всякими бранными прозвищами, которые Бек принимал как ласкательные. Для Бека не было большей радости, чем эта грубоватая ласка, и когда хозяин так тормошил его, сердце у него от восторга готово было выскочить. Как только Торнтон, наконец, отпускал его, он вскакивал, раскрыв пасть в улыбке, и взгляд его был красноречивее слов. Бек мог часами лежать у ног Торнтона, с напряженным вниманием глядя ему в лицо, словно изучая его. Он с живейшим интересом следил за каждой переменой в этом лице, за каждым мимолетным его выражением. Часто, почувствовав взгляд Бека, Торнтон поворачивал голову и молча глядел на него. И каждый читал в глазах другого те чувства, что светились в них. Еще долгое время после своего спасения Бек беспокоился, когда не видел вблизи Торнтона. С той минуты, как Торнтон выходил из палатки, и пока он не возвращался в нее, пес ходил за ним по пятам. У Бека здесь на севере уже несколько раз менялись хозяева, и он, решив, что постоянных хозяев не бывает, боялся, как бы Торнтон не ушел из его жизни, как ушли Перо и Франсуа, а потом шотландец. Однако, несмотря на великую любовь к Джону Торнтону, в нем не заглохли склонности диких предков, разбуженные севером. И он остался первобытным зверем,
пришедшим из дикого леса к костру Джона Торнтона. Морда его и тело хранили следы собачьих зубов, и в драках с другими собаками он проявлял и теперь такую же свирепость и еще большую изобретательность, чем раньше. Скит и Ник были смирные и добрые собаки, с ними он не грызся. Кроме того, это ведь были собаки Джона Торнтона. Но если подвертывался чужой пес, все равно какой породы и силы, то он должен был немедленно признать превосходство Бека. Иначе ему предстояла схватка не на жизнь, а на смерть. Бек был беспощаден. Он хорошо усвоил закон дубины и клыка и никогда не давал никому потачки, никогда не отступал перед врагом, стремясь во что бы то ни стало уничтожить его. «Убивай, или будешь убит. Ешь, или тебя съедят». Таков первобытный закон жизни. И этому закону, дошедшему до него из глубины времен, повиновался Бек. Он был старше того времени, в котором жил, и той жизни, что шла вокруг. В нем прошлое смыкалось с настоящим, и как мощный ритм вечности, голоса прошлого и настоящего звучали в нем попеременно. Это было как прилив и отлив, как смена времен года. У костра Джона Торнтона сидел широкогрудый пес с длинной шерстью и белыми клыками. Но за ним незримо теснились тени других собак, полуприрученных и диких. Они настойчиво напоминали о себе, передавали ему свои мысли, смаковали мясо, которое он ел, жаждали воды, которую он пил, слушали то, что слушал он, и объясняли ему звуки дикой лесной жизни. Они внушали ему свои настроения и порывы, подсказывали поступки, лежали рядом, когда он спал, видели те же сны и сами являлись ему во сне. И так повелителен был зов этих теней, что с каждым днем люди и их требования все больше отходили в сознании Бека на задний план. Из глубины дремучего леса звучал призыв, таинственный и манящий, и когда Бек слышал его, он испытывал властную потребность бежать от огня, от утоптанной земли, туда, в чащу, все дальше и дальше, неведомо куда, неведомо зачем. Только Джон Торнтон и удерживал его. Все другие люди для Бека не существовали. Когда вернулись компаньоны Торнтона, Ганс и Пит, на долгожданном плоту, Бек сперва не обращал на них ровно никакого внимания, а позднее, сообразив, что они близки Торнтону, терпел их присутствие и снисходительно, словно из милости, принимал их любезности. Ганс и Пит были люди такого же склада, как Джон Торнтон, люди с широкой душой, простыми мыслями и зоркими глазами, близкие к природе. Еще раньше, чем они доплыли до Доусона и ввели свой плот в бурные воды у лесопилки, они успели изучить Бека и все его повадки и не добивались от него той привязанности, какую питали к ним Ник и Скит. Но к Джону Торнтону Бек привязывался все сильнее и сильнее. По приказанию Торнтона Бек был готов на все. Однажды люди и собаки расположились на утесе, который отвесной стеной высился над голой каменной площадкой, лежавшей на 300 футов ниже. Джон Торнтон сидел у самого края, а Бек с ним рядом, плечо к плечу. Вдруг Торнтону пришла в голову шальная мысль, и он сказал, что сейчас проделает один опыт. «Прыгай, Бек!» — скомандовал он, указывая рукой вниз в пропасть. В следующее мгновение он уже боролся с Беком, изо всех сил удерживая его на краю обрыва, а Ганс и Пит оттаскивали их обоих назад в безопасное место. «Да, не хотел бы я быть на месте человека, который попробует тебя тронуть при нем», — сказал Пит, кивком головы указывая на Бека. «И я тоже, клянусь Богом», — добавил Ганс. В том же году произошел случай, показавший, что Пит был прав. Черный Бартон, человек злого и буйного нрава, затеял ссору,
в баре с каким-то новичком, незнакомым еще с местными нравами. А Торнтон, по доброте душевной, вмешался, желая их разнять. Бек, как всегда, лежал в углу, положив морду на лапы и следя за каждым движением хозяина. Бартон неожиданно размахнулся и изо всей силы нанес удар. Торнтон отлетел в сторону и устоял на ногах только потому, что схватился за перила, отгораживающие прилавок. Зрители этой сцены услышали ни лай, ни рычание, нет, это был дикий рев. В одно мгновение Бек взвился в воздух, нацелившись на горло Бартона. Тот инстинктивно опрокинул его и подмял под себя. Бек снова сделал попытку вцепиться ему в горло. На этот раз Бартон заслонился не так удачно, и Бек успел прокусить ему шею. Тут все, кто был в баре, кинулись на помощь и пса отогнали. На состоявшемся тут, на месте собрания, золотоискатели решили, что пес имел достаточно оснований рассердиться, и Бек был оправдан. С тех пор он завоевал себе громкую известность, и его имя повторялось во всех поселках Аляски. Позднее, осенью того же года, Бек уже при совершенно иных обстоятельствах спас жизнь Торнтону. Трем товарищам нужно было провести длинную и узкую лодку через опасные пороги у 40-й мили. Ганс и Пит шли по берегу, тормозя движение лодки при помощи пеньковой веревки, которую они зацепили за деревья, а Торнтон сидел в лодке, действуя багром и выкрикивая распоряжение тем, кто был на берегу. Бек тоже бежал берегом, вровень с лодкой. Он не сводил глаз с хозяина и проявлял сильное волнение. В одном особенно опасном месте, где из воды торчала целая гряда прибрежных скал, лодка от толчка перевернулась, а Торнтона увлекло течением к самому опасному месту порогов. В тот же миг Бек прыгнул в воду. Проплыв ярдов 300, в бешено бурлившей воде он догнал Торнтона и, как только почувствовал, что тот ухватился за его хвост, поплыл к берегу, изо всех сил загребая мощными лапами. Но он подвигался медленно. Плыть в этом направлении мешало необычайно быстрое течение. У начала последнего, очень крутого порога, вода засасывала со страшной силой, и Торнтон понял, что ему не доплыть до берега. Он налетел на одну скалу, ударился о другую, потом его с сокрушительной силой отшвырнуло на третью. Выпустив хвост Бека, он уцепился за ее скользкую верхушку обеими руками и, стараясь перекричать рев воды, скомандовал: «Марш! Бек! Вперед!» Течение несло Бека вниз, он тщетно боролся с ним и не мог повернуть обратно. Услышав дважды повторенный приказ хозяина, он приподнялся из воды и высоко задрал голову, словно хотел в последний раз на него поглядеть. Затем послушно поплыл к берегу. Пит и Ганс вытащили его из воды как раз в тот момент, когда он уже совсем обессилел и начал захлебываться. Ганс и Пит понимали, что висеть на скользкой скале, которую перехлестывает стремительный поток, Торнтон сможет только каких-нибудь 3-4 минуты. И они со всех ног пустились бежать берегом к месту значительно выше того, где висел посреди реки на скале Торнтон. Добежав, они обвязали Бека веревкой, так, чтобы она не стесняла его движений, затем столкнули в воду. Бек поплыл смело, но не прямо посредине реки. Он увидел свой промах слишком поздно. Когда он мог бы уже несколькими взмахами лап одолеть расстояние до скалы, течение пронесло его мимо. Ганс тотчас дернул за веревку, как будто Бек был не собака, а лодка. От внезапного толчка Бек ушел под воду и так под водой и оставался, пока его тянули к берегу. Когда его подняли наверх, он был еле жив, и Ганс с Питом стали поспешно откачивать его и делать ему искусственное дыхание. Бек встал и снова упал. Но вдруг слабо донесся голос Торнтона. И хотя слов они не расслышали, но поняли, что помощь нужна немедленно, иначе он погибнет. Голос хозяина подействовал на Бека, как электрический ток. Он вскочил и помчался по берегу, а за ним Ганс и Пит. Они бежали к тому месту, где Бека в первый раз спустили в воду. Опять обвязали его веревкой, и он поплыл, но теперь уже прямо на середину реки. Бек мог оплошать только один раз, но не два.
Торнтон видел его, и когда Бек, подхваченный сильным течением, со всего размаху ударился о него телом, как таран, Торнтон обеими руками обхватил его косматую шею. Задыхаясь, захлебываясь и ударяясь о подводные камни и коряги, они в конце концов добрались до берега. Очнувшись, Торнтон увидел, что лежит вниз лицом поперек бревна, выброшенного рекой, а Ганс и Пит усердно откачивают его. Он прежде всего отыскал глазами Бека. Бек лежал как мертвый. Сам весь израненный и разбитый, Торнтон, придя в себя, стал тотчас тщательно ощупывать тело Бека и нашел, что у него сломаны ребра. «Ну, значит, решено», — объявил он. «Мы остаемся здесь». И они остались и прожили там до тех пор, пока у Бека не срослись ребра настолько, что он мог идти дальше. А зимой в Доусоне Бек совершил новый подвиг, быть может, не столь героический, но принесший ему еще большую славу. Началось с разговора в баре Эльдорадо. Мужчины стали хвастать любимыми собаками. Бек, благодаря своей известности, был мишенью нападок, и Торнтону пришлось стойко защищать его. Не прошло и получаса, как один из собеседников объявил, что его собака может сдвинуть с места нарты с грузом в 500 фунтов и даже везти их. Другой похвастал, что его пес везет и 600 фунтов, третий, что 700. «Это что?» — сказал Джон Торнтон. «Мой Бек сдвинет с места и 1000. И пройдет с такой кладью хотя бы 100 ярдов?» — спросил Мэтьюсон, один из королей золотых приисков. «Да, сдвинет нарты и пройдет 100 ярдов», — спокойно подтвердил Джон Торнтон. «Ладно», — сказал Мэтьюсон с расстановкой, внятно, так, чтобы все его слышали. «Держу пари на $1000, что ему этого не сделать. Вот деньги». И он бросил на прилавок мешочек с золотым песком. Торнтон почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо. Он и сам не знал, как это у него сорвалось с языка. Он очень верил в силу Бека и часто думал, что тот мог бы свести любой груз. Но ни разу не приходило ему в голову проверить это. А тут глаза целого десятка людей устремлены на него. Все молчат и ждут. К тому же ни у него, ни у Ганса, ни у Пита не было $1000. «У меня тут на улице стоят нарты с мукой, 20 мешков. По 50 фунтов в каждом», — продолжал Мэтьюсон с бесцеремонной настойчивостью. «Так что ни зачем остановки не будет». Торнтон не отвечал. Взгляд его вдруг остановился на лице Джима О'Брайена, местного богача, с которым они когда-то были товарищами. Это словно послужило толчком и подсказало Торнтону решение, которое ему раньше и в голову не приходило. «Можешь одолжить мне 1000?» — спросил он почти шепотом. «Конечно», — ответил О'Брайен. И на прилавок рядом с мешочком Мэтьюсона тяжело шлепнулся второй увесистый мешочек с золотым песком. «Хотя не верится мне, Джон, что твой пес сможет проделать такую штуку». Все, кто был в Эльдорадо, высыпали на улицу, чтобы не пропустить интересное зрелище. Несколько сот человек в меховой одежде полукругом обступили нарты на небольшом расстоянии. Нарты Мэтьюсона с грузом в 1000 фунтов стояли здесь уже 2 часа на сильном морозе. Термометр показывал 60 градусов ниже нуля. И полозья крепко примерзли к плотно укатанному снегу. Любители пари предлагали неравные заклады, 2-1, утверждая, что Бек нарт не сдвинет. Возник казуистический спор, как понимать фразу «сдвинуть нарты». О'Брайен говорил, что Торнтон имеет право сбить лед с полозьев и освободить их с места. Мэтьюсон же настаивал, что по условию пари Бек должен сам сдвинуть нарты, так, чтобы примерзшие полозья оторвались от снега. Большинство свидетелей пари решило спор в пользу Мэтьюсона, и ставки против Бека повысились до 3-1. Однако желающих принять пари не нашлось. Никто не верил, что Бек может совершить такой подвиг. Было ясно, что Торнтон дал себя втянуть в весьма рискованные пари. А Мэтьюсон ликовал. 3-1, закричал он. «Ставлю еще 1000. Торнтон, по рукам, что ли?» Торнтон подозвал Ганса и Пита. У них кошельки были совсем тощие, и все трое с трудом наскребли $200. Но они без малейшего колебания поставили эти деньги,
против $600 Мэтьюсона. 10 собак Мэтьюсона выпрягли и к нартам поставили Бека в его собственной упряжи. Царившее вокруг возбуждение передалось и ему. Он чутьем угадывал, что нужно сделать для Джона Торнтона что-то очень важное. Шепот восхищения послышался в толпе, когда люди увидели это великолепное животное. Бек был в прекрасном состоянии, ни единой унции лишнего жира. И те 150 фунтов, которые он весил, представляли собой 150 фунтов мужественной силы. Казалось, каждый его волосок заряжен энергией. Торнтон опустился на колени около Бека, обнял его голову обеими руками и прижался к нему щекой. Сегодня он не стал шутливо его трясти, тормошить, как делал обычно, не бормотал любовно всякие ругательные прозвища. Нет, он только шепнул ему что-то на ухо. «Если любишь меня, Бек, если любишь...» Вот что он шепнул ему. Когда Торнтон поднялся, Бек схватил зубами его руку, подержал ее в закрытой пасти и потом медленно, неохотно выпустил. Это было его ответом без слов. Так он по-своему выражал свою любовь хозяину. Торнтон отошел. «Ну, Бек!» — скомандовал он. Бек натянул по стромке, потом отпустил их на несколько дюймов. Это был его обычный прием. «Пошел!» — раздался голос Торнтона, как-то особенно четко и резко прозвучавший среди напряженного молчания. Бек качнулся вправо, пригнулся, словно ныряя, натянул по стромке и внезапно, рывком, остановил на ходу 150-фунтовую массу своего тела. Кладь на нартах дрогнула. Под полозьями что-то звонко захрустело. «Ну!» — крикнул опять Торнтон. Бек повторил тот же маневр, но на этот раз дернув влево. Хруст перешел в треск, нарты закачались, и полозья со скрипом сползли на несколько дюймов в сторону. Нарты освободились ото льда, приковывавшего их к месту. Люди невольно притаили дыхание. «Теперь марш!» Команда Торнтона грянула, как пистолетный выстрел. Бек рванулся вперед, сильно натянув по стромке. Все его тело подобралось в страшном усилии. Мускулы выперли узлами и ходили под шерстью, как живые. Широкой грудью он почти припал к земле, голову вытянул вперед, а ноги летали, как бешеный, прорезая на крепко укатанном снегу параллельные борозды. Нарты качались и дрожали, и уже наполовину сдвинулись с места. Вдруг Бек поскользнулся одной лапой, и кто-то в толпе громко ахнул. Но нарты уже стремительно задергались, и больше не застревая на месте, толчками двинулись вперед. Сначала на полдюйма, потом на дюйм, еще на два. Толчки заметно выравнивались, и когда нарты, преодолев, наконец, инерцию, набрали скорость, Бек подхватил их и повез. Люди тяжело переводили дух, не сознавая, что за минуту перед тем они не дышали. А Торнтон бежал за нартами, подгоняя Бека отрывистыми веселыми криками. Расстояние было вымерено заранее, и когда Бек подбегал к вязанке дров, положенной там, где кончались 100 ярдов, раздались восторженные крики. Они перешли в рев, когда Бек, пробежав мимо вязанки, остановился по команде Торнтона. Все, даже Мэтьюсон, бесновались от восторга. А Торнтон стоял на коленях перед Беком и, припав лбом к его лбу, тряс и ругал его. Он ругал его долго и с наслаждением, любовно и нежно. «Поразительно, сэр, поразительно!» — бормотал король приисков. «Даю вам за него 1000, целую 1000, сэр. Ну, хотите, 1200?» «Нет, сэр», — сказал Торнтон. «Нет, не хочу. Убирайте вы к черту, сэр. Это все, что я могу вам посоветовать». Торнтон встал. Глаза у него были мокры, и он не пытался скрыть слезы, которые струились у него по щекам.
Часть седьмая. После того, как Бек за 5 минут заработал Джону Торнтону $1600, тот смог уплатить кое-какие долги и двинуться вместе со своими компаньонами к востоку на поиски затерянной золотой россыпи. Легенда об этой россыпи была так же стара, как история этого края. Сказочная россыпь была причиной многих трагедий и окружена тайной. Никому не было известно, кто открыл эту россыпь. Даже самые древние легенды об этом не упоминали. Люди знали только, что на том месте стояла старая полуразвалившаяся хижина. Некоторые золотоискатели в свой смертный час клялись, что видели хижину и россыпь, и в доказательство показывали самородки, которым не было равных на севере. Но среди живых не было ни одного человека, которому удалось добыть что-либо из этой сокровищницы. Надеясь дойти туда, куда не дошли другие люди, Джон Торнтон, Пит и Ганс, взяв с собой Бека и еще 30 собак, двинулись на восток по забытой дороге. Проходили месяцы, а они все бродили среди диких просторов этой неведомой земли. Переходили горные хребты, разделявшие реки, и не раз их здесь застигали снежные бураны, и вторую зиму проходили они, ища давно исчезнувшие следы. Снова наступила весна, и после долгих странствий они в конце концов нашли не легендарную хижину, а открытую россыпь в широкой долине, где было столько золота, что оно как желтое масло оседало на дне промывочного лотка. 3 товарища не стали продолжать поиски. Здесь они за день намывали на $1000 чистого золотого песка и самородков, а работали каждый день. Золото насыпали в мешки из лосиных шкур по 50 фунтов в мешок, и мешки укладывали штабелями, как дрова перед шалашом, который они сплели себе из еловых веток. Поглощенные своим тяжелым трудом, они не замечали, как летит время, а груды сокровищ все росли и росли. Собакам делать было решительно нечего. Только время от времени приносить дичь, которую настреливает Торнтон. И Бек целыми часами лежал в задумчивости у огня. В эти часы безделья ему все чаще слышался зов, по-прежнему звучавший из глубин темного леса. Он вселял в Бека сильную тревогу, вызывал непонятные желания. Бек испытывал какую-то смутную радость и беспокойство, и буйную тоску, неведомо о чем. Раз ночью Бек испуганно вскочил, широко раскрыв глаза, дрожащими ноздрями втягивая воздух. Вся шерсть на нем стала дыбом и ходила, как волны под ветром. Из леса доносился зов, такой внятный, как никогда. Это был протяжный вой, не похожий на вой ездовых собак. Бекон показался знакомым. Да, он уже слышал его когда-то. В несколько прыжков пробежал он через спящий лагерь, бесшумно и быстро помчался в лес. Когда вой стал слышен уже где-то близко, Бек пошел тише, соблюдая величайшую осторожность. Наконец он подошел к открытой поляне и, выглянув из-за деревьев, увидел большого тощего волка, который выл, задрав морду кверху. Бек не произвел ни малейшего шума, но волк почуял его и перестал выть. Он нюхал воздух, пытаясь определить, где враг. Весь подобравшись и вытянув хвост палкой, Бек, крадучись, вышел на поляну, с необычной для него настороженностью переставляя лапы. В каждом его движении была и угроза,
и одновременно дружественное предложение мира. Именно так встречаются хищники лесов. Но волк, увидев Бека, обратился в бегство. Бек большими скачками помчался вслед, охваченный бешеным желанием догнать его, и загнал волка в ложе высохшего ручья, где выход загораживали сплошные заросли кустарника. Бек не нападал, а кружил около волка, всячески доказывая свои мирные намерения. Но волк был настроен подозрительно и трусил, так как Бек был втрое крупнее его и на целую голову выше. Улучив момент, серый бросился бежать, и опять началась погоня. Порой Беку удавалось снова загнать его куда-нибудь, и все повторялось сначала. В конце концов, упорство Бека было вознаграждено. Волк, убедившись в безобидности его намерения, обернулся, и они обнюхались. Установив таким образом дружеские отношения, они стали играть, но с той напряженной и боязливой осторожностью, под которой дикие звери таят свою свирепость. Поиграв с Беком, волк побежал дальше легкой рысцой, давая понять, что он куда-то спешит, и приглашает Бека следовать за ним. Они побежали рядом, в густом сумраке, сначала вверх по ущелью, на дне которого протекала река, потом через мрачные горы, где она брала начало. Бек был в диком упоении. Теперь он знал, что бежит рядом со своим лесным братом именно туда, откуда шел властный зов, который он слышал во сне и наяву. Они остановились у ручья, чтобы напиться, и тут Бек вспомнил о Джонни Торнтоне. Он сел. Волк опять пустился было бежать туда, откуда, несомненно, шел зов, но, видя, что Бек не двигается с места, вернулся, потыкался носом в его нос и всячески пробовал подстегнуть его. Но Бек отвернулся и двинулся в обратный путь. Джон Торнтон обедал, когда Бек влетел в лагерь и кинулся к нему. Безумствуя от любви, он опрокинул хозяина на землю, наскакивал на него, лизал ему лицо, кусал его руку, словом, валял дурака, как Джон Торнтон называл это. А хозяин, в свою очередь, ухватив пса за голову, тормошил его и любовно ругал. Двое суток Бек не выходил за пределы лагеря и неотступно следил за Торнтоном. Он ходил за ним по пятам, сопровождал его на прииск, смотрел, как он ест, как вечером залезает под одеяло, а утром вылезает из-под них. Но прошли эти двое суток, и зов из леса зазвучал в ушах Бека еще настойчивее и повелительнее, чем прежде. Он опять забеспокоился. Его преследовали воспоминания о веселых долинах по ту сторону гор, о лесном брате, о том, как они бежали рядом среди необозримых лесных просторов. Он стал по нескольку дней пропадать из лагеря, ночуя где придется. И однажды он снова попал в страну лесов и рек. Здесь он бродил целую неделю, напрасно ища свежих следов дикого брата. Он питался дичью, которую убивал по дороге, и все бежал и бежал легкими длинными скачками, ничуть не уставая. Бек становился кровожадным хищником, который, чтобы жить, убивает живых и один, без чужой помощи, полагаясь лишь на свою силу и храбрость, торжествует над враждебной природой, выживает там, где может выжить только сильный. Это сознание своей силы пробудило в нем гордость. Она проявлялась во всех его движениях, сквозило в игре каждого мускула, и, казалось, гордость эта даже придавала новый блеск и пышность его великолепной шерсти. Если бы не коричневые пятна на морде и над глазами, да белая полоска шерсти на груди, его можно было бы принять за громадного волка. Он обладал чисто волчьей хитростью, коварной хитростью дикого зверя. А кроме того, в нем соединились ум овчарки и понятливость Сен-Бернара. Все это в сочетании с опытом, приобретенным в суровейшей из школ, делало Бека страшнее любого зверя, рыщущего в диких лесах. Жизнь,
ликующее, буйное, разливалось в нем мощным потоком. Казалось, вот-вот этот поток в своем неудержимом стремлении разорвет его на части, вырвется наружу и зальет весь мир. «Другой такой собаки на свете нет и не было», сказал однажды Джон Торнтон товарищам, наблюдая Бека, который шествовал к выходу из лагеря. Они видели, как Бек выходил из лагеря, но не видели той мгновенной и страшной перемены, которая происходила в нем, как только лес укрывал его от людских глаз. В лесу он уже не шествовал важно. Там он сразу превращался в дикого зверя и крался, бесшумно, как кошка, мелькая и скрываясь между деревьями, подобно легкой тени среди других теней леса. Он умел везде найти себе укрытие, умел ползти на животе, как змея, и как змея внезапно нападать и разить. К осени в лесу появилось много лосей. Они проходили медленно, перекочевывая на зимовку в долины, где было не так холодно. Бек уже затравил раз отбившегося от стада лосенка, но ему хотелось более крупной добычи. И однажды он наткнулся на нее в горах у истока реки. Лось покачивал громадными рогами, которые разветвлялись на 14 отростков. В его маленьких глазках светилась бешеная злоба. И, увидев Бека, он заревел от ярости. В боку у лося, близко у груди, торчала оперенная стрела, и оттого-то он был так зол. Инстинкт, унаследованный Беком от предков, охотившихся в лесу в первобытные времена, подсказал ему, что прежде всего надо отбить вожака от стада. Задача была не из легких. Пес лаял и метался перед лосем на таком расстоянии, чтобы его не могли достать громадные рога и страшные скошенные копыта, которые одним ударом вышибли бы из него дух. Бек ни днем, ни ночью не оставлял свою добычу, не давал раненому лосю ни минуты покоя. Наконец, на исходе четвертого дня, он доконал-таки старого лося. Целый день и целую ночь он оставался около своей добычи, отъедался, отсыпался и бродил вокруг. Потом, отдохнув и восстановив силы, он вспомнил о Джоне Торнтоне и легким галопом помчался к лагерю. По дороге Бек все сильнее и сильнее чуял вокруг что-то новое, тревожное. Его угнетало предчувствие какой-то беды, которая надвигалась или, может быть, уже случилась. И когда он пересек последний водораздел и спустился в долину, где находился лагерь, он побежал тише, соблюдая осторожность. Пробежав 3 мили, он наткнулся на чьи-то свежие следы, и шерсть у него на затылке зашевелилась. Следы вели прямо к лагерю, к Джону Торнтону. Бек помчался быстрее и еще бесшумнее. Нюхом чуял он, что по тропе, по которой он бежал, до него прошли какие-то люди. Бек несся легко и бесшумно, как тень. И вдруг морда его быстро повернулась в сторону, словно направленная какой-то посторонней силой. Он пошел на новый незнакомый запах и в кустах увидел Нига. Пес лежал на боку, мертвый. В каждом боку у него торчало по оперенной стреле. Из лагеря глухо доносились голоса, то затихая, то усиливаясь, то был монотонный ритм песни. Бек прополз на животе до конца просеки и тут нашел Ганса, лежащего ничком и утыканного стрелами, как дикобраз. В эту самую минуту, глянув в сторону, где раньше стоял их шалаш из еловых веток, Бек увидел зрелище, от которого у него вся шерсть поднялась дыбом. Его охватил порыв неудержимой ярости. Сам того не сознавая, он зарычал громко, грозно, свирепо. В последний раз в жизни страсть взяла верх над хитростью и рассудком. Бек потерял голову, и этому виной была его великая любовь к Джону Торнтону. И хеты, плясавшие вокруг остатков шалаша, вдруг услышали страшный рев, мчащегося на них зверя, какого они никогда не видели.
Бек, как живой ураган, яростно налетел на них, обезумев от жажды мщения. Он кинулся на того, кто стоял ближе всех. Это был вождь хетов, и разорвал ему горло зубами так, что из вены фонтаном брызнула кровь. Когда индейец упал, Бек прыгнул на следующего, и ему также перегрыз горло. Ничто не могло его остановить. Он ринулся в толпу, рвал, терзал, уничтожал, не обращая внимания на стрелы, сыпавшиеся на него. Он метался с такой непостижимой быстротой, а индейцы сбились в такую тесную кучу, что они своими стрелами поражали не его, а друг друга. Один молодой охотник метнул в Бека копье, но оно угодило в грудь другому охотнику и с такой силой, что острие прошло насквозь и вышло на спине. Тут Ихетов охватил панический ужас, и они бросились бежать в лес, крича, что на них напал злой дух. Бек действительно казался воплощением дьявола, когда гнался за ними по пятам, преследуя их между деревьями, как оленей. Роковым был этот день для Ихетов. Они рассеялись по всем окрестным лесам, и только через неделю те, кто уцелел, собрались далеко в долине и стали считать потери. А Бек, устав гнаться за ними, вернулся в опустевший лагерь. Он нашел Пита на том месте, где его застали сонного и убили раньше, чем он успел вылезти из-под одеяла. Земля вокруг хранила свежие следы отчаянной борьбы Торнтона. И Бек обнюхал их, эти следы, все до последнего. Они привели его к берегу глубокого пруда. Пруд, тинистый и мутный от промывки руды, хорошо скрывал то, что лежало на дне. А лежал там Джон Торнтон. Бек проследил его шаги до самой воды, и обратных следов нигде не было. Весь день Бек сидел у пруда или беспокойно бродил по лагерю. Он знал, что такое смерть. Человек перестает двигаться, потом навсегда исчезает из жизни живых. Он понял, что Джон Торнтон умер, что его нет и не будет. И ощутил какую-то пустоту внутри. Это было похоже на голод, но пустота причиняла боль, и никакой пищи ее нельзя было заполнить. Наступила ночь. Высоко над деревьями взошла полная луна и залила землю призрачным светом. И в эту ночь, печально сидя у пруда, Бек ясно почувствовал, что в лесу идет какая-то новая для него жизнь. Он встал, насторожил уши, понюхал воздух. Издалека, слабо, но отчетливо, донесся одинокий вой. Потом к нему присоединился целый хор. Вой слышался все громче, он приближался с каждой минутой. Снова Бек почувствовал, что слышал его когда-то в том другом мире, который жил в глубине его памяти. Он вышел на открытое место и прислушался. Да, это был тот самый зов, многоголосый зов. Никогда еще он не звучал так настойчиво, не манил так, как сейчас. И Бек был готов ему повиноваться. Джон Торнтон умер. Последние узы были порваны. Люди с их требованиями и правами более не существовали для Бека. Охотясь за живой добычей, волчья стая, так же, как индейцы, шла вслед за лосями. И, пройдя край лесов и рек, ворвалась в долину Бека. Серебристым потоком хлынули волки на поляну, купавшуюся в лунном свете, а посреди поляны стоял Бек, неподвижный, как изваяние, и ждал. Этот громадный и неподвижный зверь внушал волкам страх, и только после минутной нерешительности самый храбрый из них прыгнул к Беку. С быстротой молнии Бек нанес удар и сломал ему шейные позвонки. Еще три волка один за другим пытались напасть на него, и все отступали, обливаясь кровью с разорванным горлом или плечом. Наконец, вся стая бросилась на Бека. Но изумительное проворство и ловкость выручили его. Вертясь во все стороны на задних лапах, действуя зубами и когтями, он отбивался одновременно от всех нападавших. Он делал это так успешно, что через полчаса волки отступили в полном смятении. Они тяжело дышали,
высунув языки. Их белые клыки резко белели в лунном свете. И тогда большой и тощий волк осторожно вышел вперед. Он явно был настроен дружелюбно. И Бек узнал того дикого собрата, с которым он бегал по лесу целые сутки. Волк тихонько повизгивал, и когда Бек ответил ему тем же, они обнюхались. Затем подошел к Беку другой, старый волк, весь в рубцах от драк. Бек сначала оскалил зубы, но потом обнюхался и с ним. После этой церемонии старый волк сел, поднял морду к луне и протяжно завыл. Завыли и все остальные. Бек узнал тот зов, что тревожил его долгими ночами, и он тоже сел и завыл. Когда все затихли, стая окружила Бека, обнюхивая наполовину дружески, наполовину враждебно. Вожаки опять завыли и побежали в лес. Волки бросились за ними. Побежал и Бек рядом со своим диким собратом. Он бежал и выл. На этом можно было бы и кончить рассказ о Беке. Но прошло немного лет, и ихеты стали замечать, что порода лесных волков несколько изменилась. Попадались волки с коричневыми пятнами на голове и морде, с белой полоской на груди. Но еще удивительнее было то, что по рассказам ихетов во главе волчьей стаи бегал дух собаки. Они боялись этой собаки, потому что она была хитрее их. В лютые морозы она крала их запасы, утаскивала из их капканов добычу, загрызала их собак и не боялась самых храбрых охотников. Рассказывали еще более страшные вещи. Иногда охотники, уходя в лес, не возвращались больше в стойбище. Осенью, когда ихеты отправляются в погоню за лосями, одну долину они всегда обходят. И лица их женщин омрачает печаль, когда у костра начинаются рассказы о том, как злой дух явился в эту долину, избрав ее своим убежищем. Ихеты не знают, что летом в эту долину забегает крупный волк с великолепной шерстью, похожий и не похожий на других волков. Он приходит один из веселых лесных урочищ и спускается в долину на полянку между деревьями. Здесь лежат истлевшие мешки из лосиных шкур, и течет из них на землю золотой песок, а сквозь него проросли высокие травы, укрывая золото от солнца. Здесь страшный волк сидит в задумчивости некоторое время, воет долго и уныло, потом уходит. Но не всегда он приходит сюда один. Когда наступают долгие зимние ночи, и волки спускаются за добычей в долины, его можно увидеть здесь во главе целой стаи. В белом свете луны или мерцающих переливах северного сияния он бежит, возвышаясь над своими собратьями, и во все могучее горло поет песнь тех времен, когда мир был юн. Песнь волчьей стаи. Прозвучала седьмая заключительная передача по повести Джека Лондона «Зов предков». Читал Алексей Баталов.